そうですね、休憩とかどうか、見事。Короче, ты долго не делал компанию, ты нам напоминай, что происходило. А я помню, что ли, так. Я, да, я тут при чём вообще? Ты ДМ, сука, это твоя работа. Кто-нибудь объяснит, что происходит. Понимаю. Не, ну ладно, это мое правило, лично для меня, так что я не обязан. Я помню, но типа, я не знаю, может кто-то хочет бесполезное вдохновение себе. Нет, так нет. Не, ну в смысле, это один целый приброс, который не работает. После военной капки, когда у меня вместо единицы выпало единицы, я типа вообще вдохновение это. Так что, не? Речи, давай. А, ну да, я пересматривала на днях в целом. Ну, если прям супер коротко, что было в прошлой серии.
Собственно, мы не то чтобы чем-то там занимались, мы поговорили с Айрин, рассказала, что нам нужно искать. Сказала нам искать какой-то храм, в котором еще один артефакт. Но храм скрыт какой-то магией. И мы такие, как-то ничего не понятно, куда идти, что делать, разберемся. Ну, мы, короче, купили лошадей, покушали в Сабвее, позаимодействовали друг с другом, кто-то в театр сходил. Ну, в общем, в итоге мы поехали. Мы ехали через лес, потом начали выезжать в степь, которая опасная. И, в общем-то, на привале мы заметили, что за нами следят какие-то челы. И мы поймали... Где-то за полсуток для города, если я правильно помню. Ну да, и мы поймали кого-то из них. Мы сцепили спеллом и вырубили некоторую женщину. Связали ее, восстановили 3 хп. И думаем, что с этим дальше делать, но... По какой-то клиффхенгерной причине Гридди не стал нам говорить, кто эта женщина, и это было полгода назад. Да. Ты она такая, У нее женский голос, мы такие, окей. Тут темно, короче, в следующий раз расскажем. Деятель такой, опять, кошка девочки? Да. А, и вот поэтому мы решили, что это наша кошка-жена. Вот. В смысле наша? Ее буквально просто Гридди отказался в прошлый раз описывать. Да? Сославшись на следующий раз, следующего раза не случилось на протяжении полугода. Так как Гриди, я должен был подготовить, что это за персонаж. Интересно, блять, почему? На самом деле она все будет готовить. Ну ладно. Возможно, было поздно просто. Может быть, я не помню. Это было реально полгода назад. Я реально не помню, что тогда было. Технически больше. Что было у меня в голове. А, ну время делать новый лор. Да? Новую компанию, да. Вы все умерли. Спойлер, да, Гольдстоун Фикса, да? Если я правильно помню, Секридиус и Леонора остались в лагере. Кёхен и Кастил побежали... Охотиться на девочку. Охотиться на людей, да. Окей. Да, Кёхен может поставить себе деньги. Так. Ну и да. Ну и в ситуации у нас связанная женщина из сознания. Я думаю, теперь уже после боя вы можете рассмотреть, что это женщина полова с темными волосами. Остальные, наверное, черты лица все-таки темновато синие. Молодая довольно. Она без сознания. Или... Она полуорк, но кошка девочка ли она? Конечно, она не без... Хотя нет, возможно. По-моему, она без сознания. Да, все остальное без сознания. Ее восстановили ХП. Ее пытались убить буквально. Не, ну типа ее... Убили, а потом, пнули на 3 хп, слышь, вставай. Ну, пока что она не встает. Вы пытаетесь привести ее в сознание? Вообще, да, соответственно, здесь Секридиус, Хена, Стив. Не, Секридиус и Лео в лагере. Хен, я точно помню. Хен. А, Секридиус же ее вырубил в магии. Не, он кинул магию и пошел обратно в лагерь. Да, да, да. Да, Кё, Хена и Кас пошли разбираться. Я понял, что это сделал на шару. Нет, сработало. Это сработало, да. Кё, Хена, Кас. Ну, мы ее связали. Есть. Да. Она связана. Неужели это необходимо связывать человека, который и так без сознания? В таком деле нужна осторожность. И я наклоняюсь и начинаю шлепать ее по щекам, чтобы пришла в сознание. Прям вот посреди... То есть в лагерь вы ее не тащите, кстати. Еще ее тащить будет, и сама идет. Да, я бы хотела сказать, что, может, отнесем ее в лагерь. Окей. Алсадел, не сворачивай музыку, потому что она пропадает. Она просто тихая.
Сейчас погромче сделаю. Окей. Да, я думаю, твои попытки, в принципе, увенчаются успехом. Она придет в сознание. Вначале так посмотрим на себя, а потом явно ее взгляд как разлобится. Она тебя смотрит, пока ничего не говорит. Ты что-то не будешь спрашивать? Она скорее так оглядывается, скажем так, на свое положение. Кто ты? Я не собираюсь с вами разговаривать. Блин, у меня еще всего 3 хп. Да, у меня всего 3 хп. Пытки, да, отменяются сразу? Да. Мне кошка-девочка может пытать, да? Ну, да. Не, не кошка-девочка, в расход, нахуй. Это, кстати, Рева говорит, не гостил. Это был флёрт. Я обращусь к ней и скажу, что мы не причиним тебе вреда, но лучше отвечай на его вопросы. Я так бросаю немного такой упреждающий взгляд на Кио. Ну так, на всякий случай, чтобы он реально ничего ей не делал. Если он думает о таком. А я знаю, он умеет женщину. Не собираюсь отвечать сволочим из совета. Совета? Но я думаю, ты можешь подумать о том, что на Кё символика дома Айри, а они стоят в совете, которым управляется государство. Так что... Поэтому вы просто решили убить нас? А она не отвечает на это. Ладно, она все еще смотрит на тебя с довольно отвращением. Физически они нас не нападали? Больше не... Ну, да, физически они пока на вас не нападали, да, они следили за вами. Может быть, они бы и напали, но вы не знаете. Пойдем на свет. Нужно посмотреть, чтобы тебя посмотрели остальные. И я хватаю за шкирку, поднимаю и толкаю в сторону огня. Лагерного. В огонь. Смотри. Окей. То есть с неохотой, но идет. Я пока, пожалуй, просто осторожно возвращаюсь за ними обратно. И на самом деле я осматриваюсь, нет ли еще кого-либо в округе. Двое сбежали. Вы их сильно не преследовали. А, да. Я плетусь за Хенной. Ну и так, знаешь, чисто убедиться, что никого больше нет, и пойду тоже в лагерь. Возвращаетесь. Я думаю, к моменту, когда вы возвращаетесь, Лео как раз заканчивает вдеваться в свой доспех. Оглядывает вас. Что ж. Полагаю, вы добились своего. Поймали котенка. Угу. Если у вас есть к ним вопросы, задавайте. Я толкаю ее в сторону Леоноры. Я... Леонора одевалась, чтобы вступить в драку, но да. Драка уже закончилась. Ну, типа, или... у нее тяжелый доспех, 10 минут. А. Ну, типа, да. Просто внутренние мысли Леоноры, типа, только надела доспех, все закончилось. Такая, блядь, обратно все. Нет, это было уже вроде под утро, так что, в принципе... Да. Я могу подергать Кё за рукав и, типа... Можно на пару слов? Чего тебе, пацан? Судя по всему, эта женщина и те, кто за нами следили, это как-то связано с вами непосредственно, если я все правильно понял. Главное, что они пытаются на нас напасть.
Мне больше казалось, что они просто за нами следили. Хм. Как думаешь, для чего? А, понятия не имею. Именно поэтому я, в общем-то, и хотел задать вам этот вопрос. Вы знаете что-нибудь об этих людях или о том, что она говорила про какой-то совет? Предпочитаю не лезть в дела высокородных. Это не моя задача. Ну, я просто думал, что если вам нужно получить от нее какие-то сведения, то я, наверное, мог бы попробовать помочь с этим. Потому что она явно не в настроении разговаривать с нами после того, особенно что мы чуть ее не убили. Да? И каким же образом ты хочешь это сделать? Ну, я довольно неплох в том, чтобы делать так, чтобы люди делали вещи, которые они не совсем хотят по своей воле делать, скажем так. Ну давай. Он потупливает взгляд. Sorry. Но только... Договорите. Но только если вам это нужно. И считаете это оправданным. Любая информация поможет нам. Так что давай, дерзай, если сможешь. Хорошо, я попробую. Я вернусь к костру. Пока... Сяду. Ну, давайте немножко откатимся. Да-да-да. Типа, пока вы отошли разговаривать, в сторону Леоноры кинули, так сказать, девчонку. Она все скорее на ногах в пол стоит, поэтому она все скорее сидит на земле. Ну, типа, иначе ее в мою сторону толкнули. Я, скорее всего, ее так слегка, не особо церемонясь, слегка прямо в свете лагеря, костра осмотрю, как она вообще выглядит, как сколько ей на взгляд лет, я не знаю вообще, она... Типа, ты можешь понять, что женщина, она выглядит подросток. Очень молодо, да. То есть, наверное, уже не подросток, но вот прям очень молодо. То есть, не знаю, лет, условно, типа, если по-человечески, то лет 17. Ну, понятно. Наглядываю так вверх-вниз. Поднимаю глаза на Хену, которая пришла вслед за ними. Mm-hmm. Я думаю, ты с этим сможешь лучше справиться. Карла, проследи. Отправляю для поддержки куницу, чтобы на случай чего. Ты можешь, наверное, понять, что она сейчас не в состоянии сильно оказывать сопротивление, то есть она, в принципе, еле, так скажем, в сознании находится. Не, ну да, но явно сильно меня это не особо волнует. Лучше перестрахуюсь, чем чего-либо. В это время вылезает Секридиус. Откуда? Откуда? Из куницы все раскатится. Я так... Подхожу к девушке. Здравствуй, Золотце. Когда как-то реагирует? Она смотрит на тебя, опять же. Она на вас всех смотрит немного так озлобленно и с вопросом, чё вам надо? Я так её пошлёпаю чуть-чуть по плечу, типа, да не бойся, давай дружить. Она явно морщится от этого. Возможно, ей больно. Ну, типа, у нее 3 хп. Твоя волна явно ее довольно сильно потрепала. Какое чудовище могло это сотворить с тобой, боже мой. Я, если это кто-то из наших, я обязательно потребую извинений. Но ты не переживай. Можешь приступать, говорю издалека. Мы люди...
довольно безобидные, честно говоря. Не знаю, что вы, ну, как бы, что вам нужно было и все такое, но, ну, мы тебя отпустим, скорее всего. Мы не такие уж злорадные. Ты только скажи, зачем следила. Ну, окей, кинь мне убеждение. И оно есть. Окей. Она прозвучала угрожающе. Да, она просто хмыкает, типа, и игнорирует тебя. Явно поглядывая в лес. Я думаю, к этому моменту Кастил с Кё, они вроде недалеко отходили. Ну да, видно, что вы после этого. Возвращается, садится напротив нее. Я прошу простить, вам, наверное, очень больно. Я хочу осмотреть ее на предмет того, что... Ну, испытывает ли она сейчас действительно боль и прочее. Ну, да. Ты да? Явно можешь видеть, что она не очень плохо в состоянии. То есть... Я использую на нее лечащий свет. О, максимальный ролл. 6 хп. Я протяну руку, она загорится таким. Ну, типа, солнечным светом буквально, типа, и ранки на ней начнут заживать. Она вначале, я думаю, немножко, как бы, отпрянет так от тебя, как бы испуганно, но потом, в принципе... Не бойтесь, я просто пытаюсь помочь, и я... Кридиус сзади зажигает свет на этой... на какой-нибудь палке, чтобы побольше светило. Большое спасибо. Нам правда нужно узнать, зачем вы за нами следили, и находимся ли мы в какой-то опасности. Пожалуйста, мне очень хотелось бы, чтобы вы с нами кооперировали и ответили на вопросы этих добрых людей. Да, добрые люди. Очарование личности. Так, что там, с чего складывается? По мудрости, 14. Не ГМ, но да, она подходит. Заклинание не возымело эффекта? Нет. Но она никак на это не реагирует? Она явно видит, что ты пытаешься сделать, и так отмахивается тебя. Убери свои эти фокусы. Мне я бы не собираюсь вам ничего рассказывать. Если вы сраные палачи. Глазами показываю Хены в ее сторону. Типа, ну, займись. Да, я на самом деле, видя, что, в общем-то, магия Кастила не сработала, и убеждение Секридиуса не сработало. Займись, я... пока они сделали еще хуже. Да, я, пожалуй, так легонько возьму ее за плечи и сначала уведу чуть-чуть, типа, из окружения лагеря. Где-то, ну, условно на грани, да? Я пошел. Где-то, где мы... Чтобы он смотрел. Окей. Где-то, где мы не будем прям, возможно, бросаться в глаза. Ну, типа, не то чтобы пытаюсь скрываться или как-то как. Я хочу скорее просто тихонько поговорить с ней. Я отвожу ее в сторону и так очень встану перед ней. Отпущу ее и... Так... Серьезно посмотрю ей в глаза, но буду делать старательный вид, что я не собираюсь делать с ней что-либо. И скажу ей, чтоб... Скажу ей, что не обращаю внимания на моих друзей. Они... Скажем так... Слушай, мы правду не хотим тебе зла.
И мы всего лишь хотим убедиться, что для нас нет никакой опасности. Все-таки эти места довольно... Они ходят довольно дурная слава. Все, что мне нужно, это обещание, что нам ничего не грозит. И я готова отпустить тебя прямо сейчас. И можешь быть со мной честна, я не принадлежу никакому совету и отношусь несколько косвенно к нашей группировке. Ну, давай убедить, попробуй. Тебе она поверит. Ой, сейчас будет вот это вот. Сейчас. Так, подождите, убеждение. Отлично. Я хочу перебросить. Давай. Так. Давай, кубы. Типичное вдохновение. Типичное убеждение. Убеждение не моя, конечно, лучшая тема, но... Да, я пыталась. Ты говоришь, что не с советом, но ходишь с ними. Еще и... Зачем вы... Она тебе задает вопрос. Зачем вы елите волосками тогда? Good question. Зачем мы туда едем? Давай тебе заодно вспомним. Я сделал домашнюю работу. Я скажу ей... Я не знаю, какие конкретно дела у всех остальных, но я туда еду по своим личным целям. Насколько я знаю, там есть орк, который знает, где можно найти мою дочь. И я тороплюсь туда. И что вы с ним сделаете, когда найдете его? Не знаю, мне нужна информация, но лично я, возможно, помогла бы освободить его. Он вроде бы повел за собой повстание в местном рабском лагере. Я сама из рабов. Допустим, на... Тогда чего этот делает с вами? Показывает на тебя опять. Он охранник того драконорожденного? Не более и не менее. Я тоже телохранительница в каком-то роде для той женщины, которой тебя толкнули. То есть вы не едете убить Шаграта? Я даже понятия не имею, кто это. Ты же только что говорила, что едешь встретиться с орком. Можешь повторить еще раз, как его зовут? Шоколад. Я тебе не говорил до этого? Я не помню просто, что я вообще говорил. Не-не-не, мне имя этого орка никто не говорил. Да? Ну ладно. Мне сказали, ну, есть там в Ласкайне орк, он там, короче, его, короче, кузнят скоро. Мы такие, ну окей. Но как его зовут и где его держат, без понятия. Так что да, Хена выглядит немножечко confused. И... То есть, как убить? Ты хочешь сказать, что кто-то... Его должны казнить скоро. Мы думали, что вы палачи, которые едете туда. Что-то вроде официальной делегации.
от совета. Хена может услышать громкий пронзительный смех, а все остальные просто видят, как Секридиус захатывается, сидит. Бед открыл свою книжку с шутками. Слушай. Что если мы поможем друг другу? Чем же вы поможете помочь? Не знаю, мне нужно поговорить с этим орком. Если бы это было так легко, то мы бы его и сами уже оттуда вытащили. Ну, мы довольно разносторонняя группа, и я могу попробовать убедить их помочь мне. Они помогали мне и раньше в моих войсках. Мы знаем, что его держат в тюрьме при военном форте рядом с городом. Но мы не знаем, когда состоится казнь. Мы лишь перехватили информацию, что на казнь приедет какой-то официальный представитель совета. Это все, что мы пока знаем. Что ж, с этим можно работать. Понятия не имею ничего об официальных представителях. Но спасибо. Я хочу попробовать развязать ее. Или, наверное, даже проще просто обрезать. Хотя нет, это чужая веревка. Я попробую развязать ее аккуратно. Окей. Царя купил. И что теперь? Меня отпустите? Где мы можем встретиться с тобой еще? И, может быть, обсудить дальнейшие планы? Я не решаю такие вопросы. Я попробую что-нибудь узнать. Если что, она... На юге от Ласкайна есть небольшое озеро. Через 3 дня встретимся там, если у нас будет какое-то согласие по этому поводу. Она уходит туда в гости. Yeah. Просто киваю ей вслед и... Да, как ее зовут? Взглядом. Никто не спросил. Блядь! Мы вообще видим, что она уходит или что-то такое? Скорее всего, вам Секридиус об этом говорит. Представляете, она ее отпускает. А не думаешь, Секридиус у них, блин, за спиной сидит? Они все-таки в сторону... А, не, он же фамильяр отправился. Да, киса сидит, да. Я вернусь к лагерю. В принципе, учитывая, что с вами моя куница, я вряд ли слишком далеко. Она уходит в какую-то противоположную сторону от лагеря или как-то касательно от него? Я могу перехватить? Еще? Успею? Ну, она уходит... В противоположную сторону пойду. В лес. Вглубь леса. То есть на... восток. Ну, короче, зная о том, что она уходит, я не могу успеть ее перехватить. Ну, в принципе, учитывая, что это край лагеря, я думаю, если ты прям побежишь, то
Я не побегу в своей тяжелой броне команды. Тогда нет. То есть она довольно быстро, она не стоит, там, не прощается с вами совсем. Нырнула в лес. Знаете, не самый теплый прием. Мне очень жаль, что у меня не получилось. Это не мы. У нас у всех не получилось, Костил. У нас у всех не получилось. Это я как просто от игрока говорю. Ну, я надеюсь, это не помешает нашей миссии. Когда Хена возвращается. Я бросаю, кстати, веревку Кё, когда подхожу к лагерю. Ловлю как успехи. Что ж, похоже, кажется, никакой опасности для нас нет, но она говорила что-то о том, что они ждут каких-то палачей от совета за тем орком, которого я ищу. Да, в городе нет собственных палачей? Это звучит странно. А ты уверен, что он сказал тебе правду? Блин, Гриди, насколько я уверена, что она сказала мне правду? Не, ну я-то ей, в принципе, верю. Она могла сыграть на твоих чувствах. То, чтобы убежать. Может быть, палача выписали такого, который отрубает головы мечами, а не топорами. В любом случае, я ничего не знаю ни о палачах и мало что знаю, пожалуй, о совете. Кажется, очень поэтичные люди. Кажется, эта группировка, которая здесь, в лесах, она... Она как-то с ним связана, и они, кажется, хотят освободить его. Но это не так легко. Она что-то говорила о какой-то тюрьме. Звучало так, как будто это довольно серьезное место. Тюрьма не бывает несерьезным местом. Звучит глупо. Пытаться ворваться в городскую тюрьму шайкой оборванцев. Кажется, это не совсем простая тюрьма. Тем более. Судя по ее тону. Про шайку оборванцев, это же ты про нас, да? Я прожигаю просто Сигридиуса насквозь глазами. Осуждающий. Кё с другой стороны тоже. Ну что, я просто хотел сказать, что я не хотел бы снова в тюрьму. Кас смотрит на свои одежды и не понимает, почему Леонора называет нас оборванцами, учитывая то, что у него довольно приличная одежда. Она вчера купили. Да. А я настолько низкая мудрость. Он просто тупой. Он, типа, он мудр, но в другом. Так или иначе, мне кажется, что в их текущей... Если это все, конечно, правда, я не думаю, что было бы излишне полезно и эффективно пытаться... Потакать их планом, это вряд ли приведет к чему-то хорошему, либо для них, либо для нас. У нас в любом случае есть задача. Хенна говорила, что ей нужно поговорить с этим человеком, чтобы найти своих детей. Что ж, в таком случае мы постараемся найти способ поговорить с этим человеком, но пытаться устраивать... Перевороты идти против государства — это излишне. И может принести больше проблем, чем пользы. Это справедливо, к сожалению. Мне очень жаль, мисс Хена. Ничего, я прекрасно понимаю. В любом случае, если что, если план просто поговорить с ним не сработает, то я не буду тянуть вас за собой. Это
Это моя миссия, и мне стоит ее выполнять. Да ладно тебе, я уверен, что нас пустят, если мы просто попросим, по-дружески. Так же, да, как и... вас упустили в... Где там, в порту было это, да? В порту по-моему. Это в Метусайское, это представительство торговое. Да. Я просто по столу стукнула, а они прям закрыли вообще все. Видно. Не, очаровали пару троллей. Если... Вдумываясь в то, что от тебя было сказано, если в городе действительно ждут каких-то официальных гостей, то, возможно, это может быть хорошим поводом для того, чтобы проникнуть внутрь, если... Вы говорите о том, чтобы выдать себя за этих палачей? Но мы же совсем на них не похожи. Нарочный план. Если у нас не получится добиться какой-либо еще аудиенции, если они ждут гостей, связанных с советом, то у нас есть нужные знаки, которые можно показать. И ты хочешь выдать орка за палача орка? Символично. Я так хмыкаю. В любом случае, это звучит как неплохой план. Тем более у нас есть человек, который официально представляет госпожу Эрин из семьи Совета. Я так смотрю на Кио. Я сюда шел с определенной миссией. У нас всех есть миссия в этом городе, точнее, рядом с ним. Что в целом не мешает отвлечься, если это не займет слишком много времени и сил. А если это поставит под угрозу миссию? Вот тогда мы об этом и будем говорить. Предпочитаю не доводить до такого. Так или иначе. Скоро уже будет светать, и стоит отправляться. Узнаем все в самом городе. Что у нас? Какие у нас есть возможности? Нужно отдохнуть. Нам еще некоторое время в пути. Каз клюет носом. Да, чья там сейчас очередь была, кстати? Мне кажется, это уже было прям совсем подозрение. Да, это было. Это был последний уже... У меня просто есть потраченные ячейки, типа, точнее, даже не ячейки, а штуки. Я не помню, я это использовал... А, нет, я это использовал в этом бою технически. Каз уже поспал. Ну да. Он уже получил восстановление. Да забей, у тебя ячейки на коротком отдыхе останавливаются, ты волок. Ну да. Да, кстати, да. У орлоков нет ячеек, но они устанавливаются. Да, сейчас, я что-то забыл. Я просто не помню, кто ты, да, давай для начала. Нет, ну это была кайнда, это самое, это была кайнда, как сказать, кайнда секрет, но да похуй, это колдун-небожитель. Ты вроде говорил нам об этом. А, ну, значит, да. Это типа, камон, понятно же все. По вилкам. Причем, по-моему... Это тебе понятно. Не, ну, я тебя как мне понятно, поэтому я тебя консультирую, что у тебя ячейки восстанавливаются быстро. Причем, по-моему, договор меча, насколько я помню. Да, договор меча, это да. Так, Леныч. Да, в принципе, утка. Вы можете собрать лаки и отправиться уже в город. А мы на конях, да? Ну, типа у нас... Не, ну я на повозку. У нас есть повозка, у вас есть куча коней. Ну, я думаю, мы кормим коней, завтракаем, дочапаем. Ну да, само собой.
плохо. Окей, ладно. Ты справился с меню. Я сделал карту такой яркой, окей. Ну, я пока над ней еще работаю, она недоделанная. Доделать я и не успел. Это версия 2.0. Гриди, красиво. А что у нас скачет? Блин, это же хуёвый червь. Чё, червь? Я ж не нашёл другого токена для вас. Токен. What the fuck? Я не вижу нашего токена. Ласкайн, рядом с Ласкайном, я даже не вижу, что на этом токене. Почему? Там хуёвый червь. Что? Лучше бы дикбат поставил. У меня нет дикбата токена. Надо подогнать тебе дикбата. Я просто кружочек с мечом использую. Точнее, этот гекс с мечом. Да. Да, и в принципе... Где-то... Может быть, если будет какой-нибудь совместный арт? Держи, Гриди. Спасибо. Обязательно потом поменяю. Ни в чем себе не отказывай. Мужик, есть дикбат, нам мужик дикбат. Я у каждого мужика должен быть дикбат. Согласен. Так вот. В принципе, остаток пути вы проходите спокойно. Опиши местность, Гриди, пожалуйста. Мне интересно, как Кристина на это реагирует. Здесь, на самом деле, так. Прохладненько. Вокруг дороги идет лес. В основном именно хвойный такой лес. На дороге почти нет. Вы не встречаете никаких других путешественников. Ласкайн — это больше именно такая военная крепость, чем прям полноценный какой-то там город. Раз вокруг левый хвоя, короче, Касс, типа, очень медленно волочется так, трустой на лошади, и просто с открытым ртом смотрит на все вокруг, на деревья, короче, и так далее. Кё всю дорогу смотрит по сторонам на случай, если вчерашние гости нападут снова. Да, приближаясь, вы начинаете чувствовать... Можно еще? Да. Наверное, пока мы едем, пока мы в повозке, Леос поинтересует... Ну, хочет поговорить с Хеной, короче. Пока не спеша едем, Лео, скорее всего, перебирает колоду драконьих карт. Так, больше лениво... чем раскладывая что-то конкретное. Хена? Да? Что ты все-таки собираешься? Что ты думаешь по поводу всего, что происходит в городе? Что ты имеешь в виду? Я слышу, что это явно как сказать, ты много думаешь о всей ситуации с этими людьми, кем тебе нужно, кого тебе нужно найти, но насколько ты всерьез хочешь ввязываться в это? Я не думаю, что это единственный способ, даже если все будет сложнее. Кена так хмурится и смотрит в пол, и она не отвечает некоторое время, но затем поднимает глаза и скажет:
Я не знаю, Леонора. Я... Конечно, мне не хотелось бы нарушать закон и создавать проблемы. Но я прошло слишком много лет, я потеряла слишком много времени. Пока что я не вижу каких-то иных способов, иных путей. И я хочу воспользоваться этой возможностью, и я готова идти на крайние меры, если это поможет мне достичь моей цели. Задумчиво вздыхаю. Что же? От себя попрошу лишний раз подумать, прежде чем устраивать резню, или что-то такое. Это действительно может вызвать больше проблем и закрыть больше дверей, чем хотелось бы. Я... Не только сейчас, но и потом. Да, я постараюсь... Приложу все усилия, чтобы как можно мягче это сделать. И если что-то и пойдет не так, я готова взять ответственность на себя. И я попробую увести от вас беду. Так или иначе, я думаю, у нас есть возможность как-то найти другие пути и проработать вероятности. Не будем прибегать к крайним мерам, пока у нас есть время на то, чтобы придумать что-то еще. Хорошо? Да, Леонора. Хорошо. Ты меня услышала? Я очень так... Да, глубоко киваю, как-то сказать. Угу. Активно. Окей. Что мы там куда едем? Куда мы едем, да? Пока мы едем по дороге. Да. В город. В принципе, вы где-то ближе к середине дня, то есть в час там, вы добираетесь до городских ворот. Город окружен довольно такой большой каменной стеной. У ворот стоит четверо стражников, и ворота сейчас опущены. Да, большой город. Ну, он не очень, кстати, большой, тот же... явно больше. Мы в Балории или в Ксевле были? Я забыл. Мы в Ксевле были. Ксевле были. Он был побольше, да. Стена была повыше? Стены там не было. А, вот, я про это, то, что типа тут городская стена и... О, стены. Да. Вот тот звук из ТикТока. Блять, окно, охуенно. Так что там, ворота закрыты? Ворота сейчас опущены, да. У ворот стоят... А впереди ездят. Две пары скрытые. Чё? Секретилось? Кто у вас там? Ну, я не знаю, кто прям... Вы на более быстрых лошадях, ну, вы, я, скорее наверное, всего, впереди. Я, да, еду вперед. Не думаю.
Я буду держаться рядом с повозкой, пожалуй, и не привлекать к себе внимания. Лишний раз. Ну, я как витрина просто поеду вперед, несмотря ни на что. Даже если там есть какие-то очереди, я обхожу их. Никаких очередей нет вообще. Просто стоит 4 стражника у ворот, типа ворота опущены. Все, больше никого нет. Царственная особа, подъезжаю к ним. Господа! А чё ворота закрыты? Вход только для жителей или по распоряжению? Город закрыт. А почему распоряжению? Командира. Если он дает распоряжение кого-то пустить, мы пускаем. А вы кто, собственно? Ну, мы археологическая группа. Вот, приехали изучать разные каменные строения. Может быть, изучим даже вашу стену. Но нам бы где-нибудь отдохнуть, поэтому нам надо в город. Не соблаговолите ли открыть? Приглядываются с таким стражником. Не докладывали ни о таких археологических группах. Блин. Так, а нам с собой идти бумаг не дали, кстати? Бумаг? Да. У вас а, то мы а то мы дальше не пройдем. Конкретно бумагу блин, никто да. не давал, но в принципе у вас есть печать. Да, у меня есть печать, но вроде ей нельзя светить. Не? Да, что-то было такое, чтобы мы... Нет, тебе пускай не злоупотребляют. Но... Так и быть, я достану ее, скажу... Ну, в общем, вот. Обычно помогает. Мы очень высокопоставленные археологи, знаете ли. Я показываю печать им. Это те, кто ведут в совет приехать, что ли? Они перегибают культуру, слушай. Там вроде другие должны были быть, но, наверное, опять что-то напутали. Хорошо, проходите. Он кричит поднять ворота. Ворота поднимаются. Вас спускают. Я выглядываю пока. Да, он тебе говорит, что... Капитан ждет вас в форте. Как только расположитесь в городе, если вы решили там остановиться, загляните к ним, объясните, что делать. Хорошо. Пренепременно это сделаем. Я смотрю на Кёя, типа, о чем он? Кёй просто вперед. С каменным лицом едет вперед. Я на самом деле максимально постараюсь не, ну, не ну как-то не бросаться в глаза и не высовываться, да. Вот так что... поднимаются, вы, в принципе, приезжаете в город. Город не сильно большой. Здесь... такие не самые широкие улочки, каменные, несколько, есть несколько высоких зданий в городе, так в основном это все маленькие домики. Вот это захолустье.
Мастер Секридиус, у них такие здоровенные стены, и вас так легко пропустили. Вы должны быть очень важный человек. Ну, мое бытие важности ровно пропорционально никчемности этих гадких людей, которые сперва не хотели нас пускать. Будем честны, сцены, высота сцен мало что имеет с внутренним содержимым. Хорошую сцену можно и вокруг бандитского лагеря развести. Любую стену можно открыть изнутри. Волчий этап начались. Тебе бы стену, кстати. Безумно можно быть первым. Стену открыть. Стена не волк. Так что... Костил мрачнеет на этих словах. Пока что... Меня не впечатляет. Что здесь есть? Что мы вообще видим по сторонам? Тут люди вообще есть? Или это все... Или все по домам комендантский час? Нет, люди ходят. Ну, опять же, здесь население явно меньше. Okay. То есть, если да, все, там куча людей бродила, толпы, все такое. То есть, здесь ходят люди. Им своими делами занимаются. Окей, окей. Это мало ли, типа, нет. На воротах не пускают, вдруг тут, типа, все по домам и вообще людей убивают на улицах. Да нет, спокойная жизнь, все идет. А обычный, скажем так, такой, ну, типа, средненький городок. Не деревушка, но такой небольшой городок. Окей. По зданиям вы явно видите... несколько больших, ну, относительно больших там зданий и большой форт на, получается, по северо-восточной части города. Гриди сосредоточился. Я пытаюсь, да, направление понять, понимаешь? Короче, форт ближе к морю. Ближе к морю, да. Что, да? Так чем куда займемся? Вы? Нам надо где-то расположиться, да, и вообще эти руины узнать, и все такое. И я так посматриваю. Насколько на... я понимаю, насколько я помню, найти руины это является как раз нашей задачей, и вряд ли здесь кто-то знает, где находятся такие же секретные руины, иначе нас бы здесь не было. Ну, какие-нибудь старые бабки, может быть, знают. Они здесь давно живут. Может быть, есть какие-нибудь записи или свидетельства? Может быть, стоит проверить какие-либо. В этом захолустье вообще можно найти библиотеку. Надеюсь. Я бы с удовольствием почитал местную литературу. Я так или иначе, сначала стоит остановиться. Любит читать. Насколько... Нет, солдаты любят читать. Насколько я вообще знаю, типа то, что тут не пускают на воротах, это нормально? Тут просто город такой не особо популярный, или это что-то странное? Во-первых, ты здесь точно не была, но... Не, ну само собой, чем не делать? Понимаешь, что да, в такой жопе делать нечего. То есть ты знаешь, что это... больше военный форт, и в основном он используется буквально для... Ну, для контроля моря. Да, понятно. Территории, да, надо. Окей, то, что хорошо. Он закрыт, ну, наверное, ты можешь поставить, что поймали вам, как скажем так, особого опасного преступника, и лишних в город сейчас не хотят пускать. Зачем? Ну, окей, окей. Может быть, нам стоит где-то остановиться, оставить наших зверей и поспрашивать там? Вся пати такая просто сидит в разных углах и дружно думает, надо где-то остановиться. Я не знаю, может, вы спросите у кого-то.
Никто здесь не был, никто не знает, где здесь есть. Ну да, пока мы строим планы. Если что, крестик это предполагаемый. Да. Я для тебя ответил, потому что я абсолютно забуду, что я говорю. Костил бы помотал головой в поисках какого-нибудь либо указателей, либо людей, которые, возможно, знают этот город лучше, возможно, стражи. Так. Ходят так, ли они по улицам? Эти города стражи. Есть ли какие, есть ли патрули внутри или они только на воротах? Патрули есть, ходят. Есть обычные граждане, то есть тоже ходят. Касс спрыгнет с лошади, возьмет ее под усы и подойдет к стражнику. Многоуважаемые господа, подскажите, пожалуйста, где в этом городе можно остановиться и оставить своего зверя? Есть таверна в городе. Северная звезда называется. А вы не могли бы подсказать, как до нее добраться? Да, вот. Прямо и направо, там заметите оно. Большое трехэтажное здание. Большое спасибо. И скажите, пожалуйста, еще один вопрос. А есть ли в этом городе некоторое собрание умных мужей? Или, может быть, где-то хранятся какие-то записи, книги? При форте есть архив. Но туда нельзя получить доступ просто прежде, а вам лучше обратиться к капитану. А где я могу найти этого уважаемого человека? Так мы тебя с очень типа смотрит, типа ты что, дурак? Ну, просто показывает тебе на форт, который видно из всего города. Но вы же сами сказали, что нас туда не пропустят. Нас не пустят в архив. А, благодарю. Было очень приятно иметь с вами дело. Касс кланяется и возвращается к группе. Мне кажется, я узнал дорогу. И здесь даже есть архив. Даже неплохо. В этом случае стоит оставить наше средство передвижения и проверить это. Либо Сэм... Если... Возможно, в порте мы можем узнать о обоих наших проблемах. Главное, сильно не давите. Давайте так и поступим. В конце концов, мастера Секридиуса, судя по всему, здесь знают и везде пропускают. Секридиус заметно сглатывает так. Ведь правда? Касс этого не замечает. Ведь правда, мастер Секридиус? Конечно. Ну, знаете, личное обаяние и, как бы так сказать, ученый нрав преподавателя дают взрывную смесь открывания замков. А также отличный акробат, говорит Кё полушепотом. Ну, вперед. Посмотрим, чего мы можем добиться в этом городе. И мы движемся в сторону таверны. Да. Окей. В принципе, за несколько минут вы проходите туда. Здание, как я говорю, трехэтажное. Из такого
скрепких бревен. Mm-hmm. Рядом Идет. Есть конюшня для лошадей. В принципе, можете зайти внутрь, посмотреть. Есть, да, и вывеска в форме такой большой звезды. Окей. Видимо, это то место. Ну, да. Так что мы туда вторгаемся и пытаемся остановиться, ну, оставить здесь своих лошадей и остановить, ну, приобрести какие-то комнаты. Может, там рядом есть какой-нибудь парень, там, ну, конюх. Ну, типа... Если вы заглянете в конюшню, то я бы не буду, да, надеюсь. Никита, это тогда... Паренька молодого, да, который... Кё говорит, что... Позаботится о лошадях и... Ну, берет под усы все и ведет конюху. Ну, в конюшню. И... А, спасибо. Ну, да, да, ты встретишь там молодого паренька, который... Спросит, да, вы нас останавливаетесь за лошадь, за день... 5 медных монет. Так, а сколько у нас всего лошадей получается? 3 лошади и повозка? Почему 3? А, да. 3. Ну, 3. 3 лошади, а в повозке тоже лошади или там что у вас? У нас 3 лошади Секридиус Каска и 4 лошади тянут повозку. Так что всего 7. Ну, типа в ваших лошадей я тоже повел или вы сами как-нибудь разберетесь? Я думаю, повозку... У нас с повозкой разберутся Брайс, Лили. Ну вот. Может быть... Да, пусть они за этим проследят. И за лошадьми, и за повозкой. Пока что. Ну, я им отдам пока просто золотой, чтобы они разобрались со всем этим. Я, то получается, тогда даю указание, что лошадей покормить, помыть. Сколько он там? 5 медных за сутки? Да, Я даю ему 2 серебрушки. Типа, чтобы он прям, чтобы лошади прям блестели. Окей. Okay. Это за 3 лошадей, да? Ну да. Ну типа, 15 медных за лошадей, плюс 5 ему на руки. Да. Остальные, заходя внутрь, идти... Большой основной зал, несколько столов. В таверне на самом деле практически пусто, там сидит, ну, пара человек, что-то выпивает. В основном прям пустота. За стойкой стоит женщина, так, скучающая. Наверное, даже не очень обратил внимание, что кто-то зашел. Здравствуйте. Нам требуется... Извини. Нам требуется жилье на 7. Конечно. Без совместных, 3 отдельных. Совместные комнаты 5 серебряных, а отдельные 7. Где двушка дешевле, чем винички? Я наоборот. Да. Наоборот. Окей, ладно. Я не умный. Я думаю, это какой-то местный... Может, ну, человека, местная стратегия. Типа. Ну, короче, я пока дам ей... Не-не, это просто. Типа, ну, 3 золотых ты должна покрыть хотя бы на одну ночь. А там разберемся. И... Хотя, знаешь, я... И еще...
один золотой нам... Мы посмотрим в будущем. Нужен хороший обед. Все будет? Обозрим в будущем это как скоро? Я прямо сейчас... Хорошо, я прямо сейчас скажу повару начать готовить. Отлично. Да, наберет деньги, дает вам ключи. Okay. И идет в комнату за стойкой. Окей. Дурацкий вопрос, а мы ели с утра? Ну, я рацион себя... Я полагаю, что мы что-то перетащили, но сейчас обед, mm-hmm. так что... Да, сейчас обед. Я просто по поводу того, списывать рацион или нет. Не знаю, типа, вряд ли мы полный рацион, потому что мы все равно едим в городе. Человеческое утром это так, перетащить что-нибудь по мелочи. Ладно, я его, по-моему, ни разу не списывал у себя, потому что забыл, так что спешу. Не, потому что мы до этого всегда в ресторане... А, мы вообще всегда в городах были, ну да. Ну, все еще типа, путешествие дороге, было, односуточное такое... путешествие было, так что... Да, не, ну еще у нас был... Я что-то охотился, еще что-то да, было. Да, бывало, и это бывало. Ладно, блядь, я верну рацион на место, хорошо. Положи рацион, и никто не пострадает. Короче, да. Отдаю ключи остальным. Одна совместная слугам, одна совместная Кёйс и Кридиусу, три отдельные и отдельные. Предательница. Я забираю ключ. Спасибо, мисс Леонора. Скоро нам должны подать еду, пока мы можем обсудить дальнейшие планы. Местные завсегдаты на вас так смотрят. Ничего себе. Еще кто-то бывает. Я, наверное, так немного обернусь на них и скажу, что... Ну, а потом повернусь к своим и скажу, что давайте будем осторожны с планами. Наверное, где-то в этот момент все зайдет. Наверно. И еще один странный тип, да? Да. Знаешь, как в вестернах, короче, открывается дверь. Заходит чел в закате с катаной, блять. На фоне восходящего солнца. Да-да-да-да. Ладно, чуть после полудня, по идее, какой нафиг солнце. Вот, доебался, блин! Снаружи такая пустая солнце, да. Перекати поле. Да, я только описал красиво. Вот. Ну ладно, хорошо, зато бьет колокольня тогда. Да. Раз полдень. И там где-то стрельба на заднем плане, да? Не, там лязг мечей, скорее, знаешь, что-нибудь такое. Стрельба везде в городе. Не-не, именно стрельба все-таки, что за хуйня. Ну, ладно, да. Заходите. На словах про то, что скоро нам привезут еду, Кас такой потупливается, дурацкое тело, его нужно кормить постоянно. Не говори. Я шутку в какой-то мере. При этом Кас полностью серьезен. Так или иначе. Какие у нас планы? Раз мы не можем... обсуждать никакие планы, как госпожа Хенна сказала. Возможно, госпожа Леонора ответит мне, что меня всегда интересовало. А то у нас не было возможности поговорить в дороге. А что это за люди, которые путешествуют с вами, и этот странный маленький зверек? А как маленький зверек? Ну, куница — это не такой большой зверек. Ну, понимаешь, Каз... Две трети меня размером. Каз до этого... Хорошо, зверек среднего размера, тебя это больше устроит. Просто Каз до этого видел лошадь. Да, это лошадь — это большой зверь. Лошадь — это большой зверь относительно. Что у вас за среднестатистический зверек? Он не маленький. Я видел, что он помогает вам в бою, и... Это Карла. Она моя
давняя спутница и питомец, назовем это так. А те два человека, они тоже ваши питомцы? Брайс и Лилиан служили моей семье еще до моего рождения. Очень сейчас старые питомцы. Ну, будем честны, они типа не то, что настолько старые, они скорее... Ну... С не очень взрослых лет там были. Типа все еще где-то лет по... Ближе к 50. Это все инкерктор, если что. Ну да, это я так. В топ. Я предпочитаю не занимать себя вещами вроде устройства лошадей и повозки. Это вполне возможно сделаться без меня. Они довольно немногословны, насколько я мог заметить. Не, ну... Они не разговаривают просто с тобой. Я полагаю, что они, ну, живые люди, просто мы это особо не... Это ну, не удивляем внимания. Надеюсь, им нравится путешествовать с вами. Я прилагаю силы, чтобы это было так. Это в наших интересах. И в моих, и в их. Присматриваюсь внимательнее, наверное, к нему, типа, что у него вообще в голове происходит, почему он такие странные вопросы задает. И он, наверное, думает, вот грёбаная голубая кровь, даже слуг за питомцев считает. Это ты сказал про питомцев, будем честны. Про питомцев сказал ты. Нет, я про питомцев сказал. Я про питомцев сказал. Да, да, да. Да, да, да. Окей, ладно. Это инкорректор. Окей. Присматриваясь к Кассу, ты, кстати, можешь, наверное, заметить, что у него на руке, на безымянном пальце левой руки, не очень дорого, но круто сделанный, типа, перстень. С, типа, и на нем гравировка. С мечом, воткнутым как будто в землю вниз, и крыльями. И он так теребит его периодически. Я прошу простить, если задел каким-то образом вас или ваших спутников. Просто вы единственные, кто путешествует не в одиночестве из всех нас. И это привлекло мое внимание. Большому количеству людей стоит путешествовать не в одиночестве, иначе иногда случаются не самые желаемые вещи. Да, например, нас сажают в тюрьму. Кас кивает, так как он тоже сидел в тюрьме. Как потом оказалось. Запомни, мой мальчик, если ты путешествуешь один, велика вероятность, что ты попадешь в тюрьму. Так что не путешествуй один. Если ты путешествуешь с кем-то, велика вероятность, что тебя предадут. Нельзя путешествовать в одиночку, потому что тебя посадят в тюрьму, и нельзя путешествовать с людьми, потому что тебя могут предать, и в конечном счете тебя убьют или тоже посадят в тюрьму. Звучит как не нужно путешествовать в принципе. Сложный концепт, не думай об этом. С людьми нужно быть внимательными, но в группе так или иначе проще избавляться от любых препятствий, будь то тюрьма, дикие звери или
Не нужны препятствия. Как те, что случились с нами буквально за ночь до? Отчасти. Или слишком упертые люди, которые не хотят разговаривать с одними и предпочитают другую компанию. Да, по поводу «не хотят разговаривать» я еще раз извиняюсь за то, что у меня ничего не получилось с тем, чтобы наладить контакт с этой персоной. К сожалению, она очень сопротивлялась моему вторжению. Не вини себя, Касс. Я просто очень хотел помочь вам найти свою семью. Это очень важно. Мне кажется, это правильно. Эта женщина была крепким орешком. Она даже устояла перед моим обаянием. Ничего, мы все стараемся, и не всегда у нас выходит то, что мы хотим и как мы хотим. Я все еще ценю больше попытку и рвение помочь, чем пару результат. Спасибо, госпожа Хена. Я буду пытаться дальше. Мне это правда это очень сейчас важно. Сейчас вам подают еду. Да. Да, и скорее всего чуть незадолго до этого, до того, как нам прямо подают еду, еще и слуги тоже вернутся, припарковав лошадей. Я думаю, они, в принципе, примерно в одно время с Кё вернутся, они тоже. Ну да. Так что так или иначе, им махнем. Ну, Лео им махнет, что пригласит за стол. Ну да. Касс теперь будет постоянно с ними здороваться, когда они приходят и садятся за стол. Okay. А до этого ты их вообще не замечал, типа? Ну, типа... Питомцы. Он не очень понимал, как... Будем честны, типа, до этого мы не то чтобы... В городе мы не особо интерактировали. Да. А на привале... Ну, на привале... Я не знаю. Более того, Леонора сидела за отдельным столом с ними, вроде как. Ну, в городе, да. Что-то типа того было, я помню. В городе было такое. Да, было дело. Так или иначе, с чего начнем? Нам надо... Получить разрешение на проход в архив. Касс очень так тихо это говорит. После слов Хен. Не только. Ну, надо выпить, освежиться, поговорить с местными людьми. Завести знакомство, друзей. Все же любят друзей. Да, в таком случае, я понимаю, ты вызываешься узнать у местных людей легенды и потенциальные сказки о красных лесах. Ну, да. Мне кажется, мастер Секридиус хорошо с этим справится. Действительно очень обаятельный человек. Надеюсь, тем обаянием мастера Секридиуса не приведет нас куда-нибудь. Ну, скажем так, если что-то загорится, это не я. Я это проконтролирую. Можем ли мы... Что-то загорится. Чтобы что-то загорелось, и это был он. Не, просто прежде чем это что-нибудь подожжет Секридиус, Кё прибежит и подожжет первым. Да-да-да, вам это нельзя поджигать. Кинул охапку дров. Я спрошу, наверное, мастер Секридиус, можем ли мы чем-то помочь в этом деле? Понятия не имею. Обычно я нахожу, общий язык с людьми буквально интуитивно. Они буквально тянутся ко мне. Но иногда бывает, вот как с той девушкой, она как будто, упертая сука. Не может проникнуться моим сердечным горем о том, что... Я одинок в этом мире и хотел реально с ней подружиться. Или, возможно, она... О, мастер Секридиус. Чуть более умная, чем те простаки, с которыми вы общались раньше. Да, Секридиус так открывает глаза, смотрит на Кё. Потом резко так отворачивается и это самое...
скрещивает руки, морду кверху. Мастер Кёва, мне кажется, вы обидели мастера Секридиус. Да, Кё, кажется, ты немножечко перегнул палку. Кё пожимает плечами, продолжает дальше есть. Нет, ну правда, вы видели, как он мастерски провел нас в этот город, а ворота были закрыты, они такие тяжелые. И стражники были такие злобные. Я полагаю, они выполняют свою работу. Стражники реально не перестали интеллектом. Вы также можете заметить, что Кас тоже. В любом случае, Кё, это уже не первый раз, и мне кажется, тебе стоит быть немного мягче. Кё вспоминает все те разы, что он бегал за Секридиусом по городу, что когда он ловил его, когда он падал вниз, пытаясь спуститься по карнизу и мотать головой. Нет, не должен быть. И относишься к его шуткам несколько серьезнее, чем стоило бы. Будь безмятежнее. Не уверена, что мастер Секридиус на самом деле хочет убить себя или сделать себе больно или что-то еще такое. И не думаю, что он... Да, подразумевает что-то такое. Вопрос не в желании, вопрос в результате. Секридиус встает и идет к стойке. Кё поворачивается на стуле так, чтобы видеть Секридиуса. Ну, я заказываю самую... Кого? Самую разъебушную бормотуху, которая здесь есть. Ой. Я оплатил... еду на... с большим депозитом, так что ты можешь что-то взять еще сегодня. Да без проблем. Тебе приносят какую-то такую настойку, от нее очень так несет хвоей. Хвоей? Чем несет? Хвоей. Хвоей. Потому что хвоей это... Хвоей пахнет, а хвоей несет. Хвоей. Вот так. Да. Ну и как бы все вот эти вот слова, как бы вот они вот одновременно трогательные по-другому заставляют Секридиус просто махом вылокать ее. А, это бутылка целая, нихуя. Не, ну, ты, стакан. Ты попросил прям это, принести бутылку, стакан. Ну, оно очень крепкое, такое прям-то травянистое. Теперь тебя как от ёлки несёт. А насколько она сивушная? Да, давайте что, проверим. Видишь ли ты ещё что-то? Насколько, да. Ты ещё видишь. Но одним глазом. Да. Тело работает наполовину, да? Да. И только зеленое. Да, короче, Секридиус пока сидит в одиночестве, ест за стоечкой. Я это на самом как деле, наверное. В таком случае, если мастер Секридиус собрался играть по городу, то мы пойдем в замок. Да, я не уверен, кто будет более подходящим для этой роли. Я умею читать книги, но, боюсь, в разговоре с стражниками от меня будет мало проку, если не прибегать к моим способностям. А это они так или иначе заметят в какой-то момент. Я, пожалуй, тоже не знаю. Все-таки я орк. Они могут быть ко мне довольно...
Остаются два персонажа с отвратительной харизмой. Не, типа, я буду здесь сидеть с Секрилиусом, потому что я никак не буду оставлять его одного. Я на самом деле наблюдаю Секрилиуса в одиночестве. Сколько у нас тех всяких печатей? Я не знаю, кстати. У нас она одна на всех, или... Одна у Секрилиуса. Окей. Я мог бы попытаться, в конце концов. Местная стража была довольно добра и ответила на мои вопросы. Может быть, там будет... Даже так? В таком случае... Мы можем попробовать показать им печать. Я могу начать нужную ветку разговора. Ты постараешься вступить с... Чем ты собираешься вступить? Кас кивает. Профессор. Да. Насколько я заметила, знак нашей нынешней покровительницы все еще у вас. Держи, я снимаю его и просто так пытаюсь его кинуть, но вместо этого просто кладу в руку. Окей. Получить длинные руки. Забираю. Идем. Что, если мы пойдем, тюремщик? Я так хлопаю Кё по плечу. Иду тоже на улицу. Да, у него... У тебя нормальная походка? Нет. Не, в том плане... Сколько ты еще выпал, да. У меня абсолютно ненормальная походка. А, ну давайте проверим. У тебя так или иначе ненормальная походка, у тебя ноги не в ту сторону торчат, наверное. Пиздец, у меня ненормальная походка. Или... Возможно, у меня заплетается язык. Я, в принципе, драгонборнов. Я не уверен. Не, у меня нету иммуна к ядам и всяким таким. Не, я про то, в какую сторону у тебя ноги торчат. Сгибаются. Нечеловеческие или... Человеческие? Не, у меня не человеческие. В обратную сторону? У них у всех ящериц, ну... У всех ящериц такие, типа... Сгиб в стороны. У них гиперподвижные суставы. Двойной сустав. Сгиб в стороны, во все стороны. По кругу вращается нога. Ну вот как у фурии, короче. Ну да, понятно. Я иду следом за Секрилиусом. Так, куда Секрилиус? Знаю. Для начала мы пойдем на какой-нибудь там... ну, я не знаю, здесь наверняка есть какие-нибудь... шарлатаны-торговцы. Наверняка есть какие-нибудь... Ну, может быть, местные волшебники, может быть, есть здесь какой-нибудь записной волшебник, которого выписали. Что-нибудь такое поищу. Небольшой рыночек ты найти еще сможешь с волшебником. Если он здесь есть, то он тоже сидит где-нибудь. Ну, тогда на рыночке я буду искать всяких там... Fortune Tailor'ов и... как это называется? Секундистов гадали? Гадалок всяких, да, и которые... ну... Короче, понятно, ты просишь продать тебе камень за 100к, я тебя помню. Да, выглядят старыми, правда. И прочие... старые приколисты, которые, ну, типа, здесь уже не первый год живут. И буду их расспрашивать на тему
А чё, собственно, по, ну, как бы, историям, может быть, ну, я тут вообще-то преподаватель и сказки записываю. Хотелось бы узнать, ну, местный фольклор. Окей. Окей. Леонора и Гас, да? Вы куда-то тоже отправились. Вы фото отправили. Я не верю, мы все втроем или только мы вдвоем туда пошли? Я просто не понял, да, Кена сами или нет. Я, наверное, какое-то время пойду с ними, но, наверное, когда они прям к форту подойдут, я, наверное, где-нибудь в сторону, да? В округе, да, задержусь. Окей. Давайте тогда с вас начнем. Ну, боги. Окей, ладно. Или что? Я могу и, в принципе, Сипидиусу историю рассказать. Можно сейчас Сипидиуса, потому что я кушаю? Ладно, приятно. Спасибо. Окей, Сипидиус. Так, ты ищешь каких-нибудь сказочников тебе, да? Да. Может быть, там барды какие-нибудь сидят, что-нибудь тренькают, а я такой подхожу. И с перегаром на них такой хам. А они в ответ дыхну. Они в ответ тебе дыха. И, собственно, предложу им остатки из бутылочки, может быть, и как бы пусть они мне расскажут ну, местный фольклор. Вдруг здесь есть какая-нибудь клевая тема, где можно посидеть, помедитировать или написать классную историю про это. Я как-никак составляю учебник всяких сказок и загадок истории. Окей. Немного пройдясь по улицам, ты, наверное, услышишь, как где-то в стороне какое-то такое бренчание струн. И увидишь такого полурослика, довольно такой немолодой. Сидит, бренчит на какой-то условно каком-то струнном инструменте, я не придумал мне слов. На лютне. Пусть будет лютни, да. Хай лютни, да. Да, сидит, бренчит, люди иногда проходят, кидают какие-то монеты. Покуривает трубку. Я подойду к нему, поставлю вместо монеток бутылку. Здрасте. Привет. Это будет звучать странно, но расскажите мне пару историй. А какого года истории ты хочешь? Парень. И он возьмет бутылку, которую поставил, и хлебнет из него. Какого рода истории? Какого рода истории? Не знаю. Все, собственно, как... Кё пожимает плечами. В общем, дело в том, что я преподаватель. А эта дубина мой, ну, телохранитель. И вот он мне рассказывал истории про всякие волшебных элементы или всякие вот древние сказки и прочее. И я задумался, а что если бы мне не написать
ну, знаете, сборник всяких рассказов и прочих приколов континента. И, собственно, вот ищу таких творческих людей, как вы наверняка знаете какие-нибудь местные сказки, истории, предания. Может быть, о каких-нибудь местах, или, может быть, вы, не знаю, о всяких магических друидах, которые тут, не знаю, людей убивают, в смысле... всякие ритуалы составляли и, короче, жизнь людям спасали. Может, есть что-нибудь такое? Ну, одну историю, которая у нас тут в краях ходит, знаю. Было это, наверное, сотни, две лет назад. Как рассказывал. Какой-то капитан отправился прямо в шторм на север. И говорят, что даже вернуться смог. И пару раз так плавал. Но на третий раз так не вернулся. Много сказок рассказывал про это. Говорит, что какие-то острова видел и прямо центр шторма видел, но мало что от него история осталась. Я где-то в форте до сих пор его журнал хранится. А вы не знаете, туда, ну чисто случайно, пускают таких респектабельных мужчин, как я? Про этого я не говорю, этот постоянно молчит. Сказал Секрюс, пошатываясь. Да. Навряд ли, парень. Туда сейчас вообще никого не пускают. Там какого-то преступника поймали. Кого-то ждут в городе уже. С месяц как нам. Город закрытый. Странно, что вас пустили вообще. Да, так, случайно вышло. Спасибо за историю, я пошел. Я такой, как я поворачиваюсь. Нам надо быстрее, быстрее бежать в форт. А вы в состоянии? Неси меня. Ты падаешь или что? Да, я просто театрально падаю тебе, так, знаешь, обнимая тебя за плечи и падаю, свисаю на тебе. О, мой бог. Тогда, я думаю, форт подождет до завтра. Я думаю, время... Какой ты... Ну и черт с тобой, я попытаюсь побежать в сторону форта. Кинь еще один спас твоего сложения. Ловкости ног. Ловкости ног. О! У тебя даже получается. Это не очень ровно получается. Ты видишь, как он просто зигзагом таким бежит. А он побежал точно в ту сторону форта, а не куда-то еще. Думаешь, что он бежит, но так, больше такое падение контролирует, да. Он точно в сторону форта побрел? Я думаю, да. Все-таки форт довольно заметный. Ну, иду за ним. Как, в сторону какого из двух фортов? Между ними. Возможно, между ними. Он произвел триангуляцию. Я как мастер геометрии построил треугольник и бегу по центру. Ладно, ты бежишь в форт. Леонора,
приказ, okay. то вы, я думаю, подходите раз. Плату. Здесь также стоит несколько стражников на ворот. Ага. Но форт, он на скале как-то стоит? Он окружен рвом? Как он выглядит, скажем так? Здесь еще одна стена. Ну, типа, да, это просто да. замок, kinda, угу. внутренний. Просто, да, внутренний такой замок. Рва конкретно, естественно. Но он, да, он, так скажем, на скале. Ну, за ним уже мод. Угу. Понятно. Короче, подобраться можно только с одной стороны, условно говоря. Ну да, с города, mm-hmm. который, в принципе, тоже довольно защищен. Да, и... Что вы делаете? Стражники на вас обращают внимание. Да? Добрый день. Сейчас, я с мыслями спрошу. Да, да. Думаю, с уверенным видом, не торопясь, иду в сторону входа в форт. Подходя, показываю на руке одновременно амулет, который у нас есть, и свое... крупное кольцо с гербом своего рода. Здравствуйте. Вы от совета? Капитан вас уже довольно давно ждет. Что ж, в таком случае нам не стоит задержаться. Кас усиленно подыгрывает и кивает. Самый жестокий палач во всем королевстве. Я не знаю, я все еще в полном доспехе с огромной куницей с топором на поясе. И маленьким мальчиком за спиной. Не, ну всем нужен оруженосец, камон. Не, ну... Всем нужен маленький мальчик. Это прозвучало неправильно. Да. В голове звучало лучше. Да, в голове это лучше звучало. Без контекста неправильно. Так, Леныч. Вырезайте. Дело вид, что все так надо. Да, вас пропускают, и один из стражников идет вас. В кабинет. Вас встречает человек. Относительно. Вы, наверное, ждали кого-то более, так скажем, возрастного, но он относительно молодой, наверное, лет 30. Да, с такими каштановыми волосами, высокий, одет такой строгий костюм. Mm-hmm. Видит вас, добрый день, да. Мне доложили, что вы прибыли. Я ждал вас немного раньше, но... Да. Вы по поводу нашего пленника, я так полагаю. Возможно. Для нормального интервью. С кем могу иметь честь? Рэндалфон. Капитан. Ты можешь написать, потому что я тебя плохо разбираю, так? Ага. Что ж, господин Рэндалл, можете чуть подробнее ввести в курс ситуации? Боюсь, мы выехали довольно
месяца полтора назад на нас напал отряд этих бегов. Не знаю, чего они пытались добиться. Часть перебили, часть сбежала их лидера, мы захватили и у нас, ну и еще несколько его приспешников. Скажем так, мы доложили о случившемся в столицу, и нам сказали ничего с ними не делать, что они отправят своих представителей. Мы просто не знаем зачем. Нам интересно узнать информацию. Возможно, они могут предоставить ее, прежде чем найти свой конец. Возможно, их больше, чем мы думаем. Ну, это и так известно, что они где-то по лесам прячутся. Но этот... их главный, он явно неразговорчивый парень. Поэтому надеюсь, что вы умеете допрашивать людей. Но для начала могу я увидеть ваши документы для надежности? Сами понимаете правила. Я имею в виду... Я передаю ему всю ту же печать, которую показывал на входе. Странно, мне говорили, что приедут представители других домов, но... Сами знаете, что вышла задержка. И... мы оказались ближе. Так, что вы хотите? Вас провести к пленнику или... Сначала могу я поинтересоваться, многоуважаемый сэр, а в чем пленник обвиняется? В чем конкретно его доказанная вина? Это вроде как довольно известный факт. Он устроил довольно большой побег. Еще раз большой побег. Где? Теж. И после этого организовал с них банду. И мешает местным городам. Да, они продолжили свою деятельность. Прошу простить моего спутника, он с нами не так давно. Но неплохо понимает в магических способах вытягивания правды. Кас краснеет. Да. В каком состоянии сейчас пленник? Нам будет удобно это сделать сегодня, возможно, с первым светом завтра. Если к тому времени он может быть более... Он жив, если вы про это. Относительно здоров. Сидит... ни с кем не разговаривает, не сильно на нас реагирует. Как будто ждет чего-то. Тоже. Он своего дождался, что бы он не ждал. Какое сейчас время суток примерно? Я прикинь, сейчас? Ну, я думаю, 4 часа. Да, поели, да, около 4. 3-4. Какое сейчас время года, я забыл? Сейчас лето. Окей. Ну, такая середина лета. 31 июля, говорят, точнее. 21 июля. Хорошо. Я чуть пораньше, я бы сказал. Где-то 15 июля. Мы еще в прошлом. А, окей. Что же, полагаю, мы...
сможем прийти к своим обязанностям в течение часа или двух. Допрос будете вести вы двое? Я просто слышал, что вас прибыло больше. С нами находятся несколько ученых мужей, которые здесь. Кроме этого, исследуют еще один вопрос государственной важности. Также с нами есть одна из его рода, на случай, если так он будет более сговорчив. Мы следим за ней. Возможно, возьмем ее третьей. Тогда как решите. В принципе, вы остановились в городе, я слышал. Если что, город для вас открыт. Прекрасно. В таком случае через час-два мы вернемся для решения этих дел. Кроме этого, капитан, насколько мы слышали, вы заведуете местным архивом записей. В общем, нас интересуют местные карты, сказания, с довольно старых времен. Вы можете предоставить доступ к таким вещам? Конечно. Правда, сегодня смотрите архивы. Взял выходной. Он будет завтра здесь утром. Вы можете пройти туда и найти, что вам нужно. Прекрасно. В таком случае завтра я направлю в сторону архива нашего спутника Драконорожденного. Еще раз благодарю вас и перейдем все к своим обязанностям. Что ж, я надеюсь, что это дело как можно быстрее разрешится. Не весь этот ажиотаж. Здесь не... Киваю. Что же. В таком случае не будем вас задерживать. И... Наверное, мы пока ретируемся. Окей. Вас, в принципе, спокойно так выпускаем, как отпустим. Да, на выходе вздыхаю. Что же, это оказалось проще, чем я думала. Это было просто потрясающе. То, что здесь кого-то ждут, играет нам на руку. Но также они могут дождаться, и тогда у нас будут проблемы. Именно поэтому я хочу заняться вещами сегодня, а не тянуть до последнего. Стоит собраться с умом. Решить, какие вопросы нам нужно выяснить, и решить наше дело. Прежде чем кто-либо может решить иначе. Я понимаю вас, но что касается самого пленника, мы же понимаем, что, скорее всего, его удерживают здесь, ну, против его воли. И я хотел задать вопрос относительно того, насколько то, чем он занимается, противозаконно. Эти Отдельно. Люди, которые следили за нами в лесу, они явно за что-то боролись. Все за что-то борются. И далеко не всегда это совпадает с взглядами окружающих.
Если человек один раз отступился от закона, то с каждым разом ему все проще оправдать для себя то, что всем остальным не полезно. Это их собственная вина. Моя задача. Неужели за один проступок человек достоин смерти? Это решать не мне. Моя задача — получить то, что нам нужно. С остальным... пусть остается решение за государством. Касс неуверенно кивает. Там Секридиус к нам шел, да? Куда ты бежал? Да, наверное, мы встречаемся на выходе. Может, я его встречу, раз я там недалеко. Ну, ты где-то рядом доходишь. Просто, знаете, стою, максимально пытаюсь не подавать вид, и вижу просто пьяного Секридиуса, который... Бегущего зигзагом, да. Я бегу прямиком в порт. Форт. Так, стоп. Что ж ты уточнил? Форт. Не, он пытается форт, но бежит в порт. Да, здесь есть и то, и другое. Ну да. Блин, а... Не, ну он вроде шел к нам, но... Да, но... я предполагаю, так, что мы его встретим на выходе. Не, шел-то он к вам, но бежал он в порт. Сначала его найдет Хинас, а потом... Они, скорее всего, коллективно... Ну, к ним... присоединимся мы на выходе из... Я вцеплюсь просто в Хидасу и так, типа... Мы должны их остановить! Нам нужно попасть в архив! Мастер Секридиус, вы в порядке? Я узнал страшную тайну. Какую? Ну, в общем, какой-то бомж прыгал в лодку и... укатился в шторм, и вроде как здесь это местная легенда и все такое, а... Ну, в общем, записи об этом хранятся в форте. Где они? И, ну... Было бы нехорошо, если бы меня там не было. Я не сказал Секридиус, и видят, как раз открываются ворота. И мы уходим. Да, наверное, приоткрываю рот, чтобы ответить, и... Да, замечаю, что они идут. Я такой... Как дела? В пределах... приличного. Полагаю, все прошло. Даже лучше, чем я думала. Вы не спалили архив? Люди более наивные, чем я предполагала. Архив будет открыт для посещения завтра с утра. Завтра в течение дня. Если тебя интересует в него проникнуть. Хена, Да? Мы... Здесь считают, что мы сюда прибыли, чтобы получить информацию у пленника, прежде чем его судьба решится. И мы... Я сказала, что мы исполним это в течение где-то через час или два. Ты вольна к нам присоединиться. Хорошо. Я, наверное, стоит сыграть пленницы и чего-то такого. Да, не, не думаю, что независимо. Ты должна Да. Или так. С нами как человек, который может говорить на его уровне. Назовем это так.
хорошо. Давайте минуту 5 перерывчика. Угу. Да, конечно. Okay. Да, давайте. Я что-то поел, и у меня голова вообще не работает. А. Ну, у меня она в целом не работает, но пока что все работает. Что это, да? Что это? Какая-то ненужная вообще часть тела. Новоприбывшие в чате, как вам дизайн картинки, типа, дизайн интерфейса для ДНД? Интересно ваше мнение. Кажется, там вообще, наверное, какой-то другой интерфейс? Не-не. Не, я и просто... тот же, но... А, это старый. Давно не видели... Да. Шторм. Уж соскучился. Надо. Уж. И он даже уникален для еще одной компании. Допустим. Оба. Какой? Для моего исхода. Тьфу, точно. Точно. Потом для равенства надо будет, наверное, делать тоже. Ну, а если ты там будешь? Не знаю. Это от Виланта зависит. Кстати, насчет исхода, у нас там что, как планируется вообще? Ну там Женька же уехал. Ну вот. Просто... Я пока встал на паузу и пытаюсь типа разобраться в том числе и со своими внутренними демонами. Рано или поздно... Что мы дальше делаем? Мы закончим мини-компанию и продолжим нормальный фил-сквод. О, еще и фил-сквод будет. Хорошо. Ну, типа, надеюсь, вопрос, когда он будет, но он будет. Я реально соскучился по фил-сквоту, типа, блин. Очень. Не, я на самом деле тоже, но раз уж начал, надо это добить. Мне даже интересно, что из этого выйдет. Ну, типа... Пока забавно. Мы в фил-сквоте не знаем про второй материк, потому что его явно на то время уже нету. Возможно, там осталась иллюзия материка. Подождите, там остались драконы. Мы не знаете про второй материк. Нет, мы знаем про второй материк. Кинрви знает про второй материк. О, да. Он про это конкретно узнавал. Кин рвется на второй материк. Не, ну типа, у Кина есть пункт на драконорожденное государство, у Силвера точно есть... Страничка где-то в пустыне. Ну да, у него кусок этого МакГаффина в пустыне как раз. В этом самом, в пустынном пределе. Тьфу, блин, пустынном. Пепельном пределе. Кин абсолютно не хочет туда, куда мы отправляемся в следующую очередь. Вот это да. Это будет интересно. Ну, типа, у нас есть работающая маскировка. Я, кстати, Сорик, тут пока фил-сквот ждали, я смотрел кучу всяких там и сериалов и прочего, и внезапно осознал, что идея Кина была в некотором роде спизжена с сериала, который я не смотрел. Если ты смотрел Umbrella Academy, это, блядь, оно в некотором роде. Мне кажется, тогда еще не было Umbrella Academy, не? Да. Может быть, ну, спиздил из будущего. Ну, типа, я не шарю за Umbrella Academy. Была, а, ты не смотрел, да? Была Umbrella Academy. Была Umbrella Academy. Я знаю, что этот сериал, который вроде существует, но я не шарю абсолютно. Ну, короче, там тоже такой злобный батя, который делает супер... этих самых, как его сказать... супергероев? Команду супергероев? Из своих детей? Что-то вот, не, ну, типа, вот так по-хорошему, это не... Не новый, как бы... Да, довольно не новый троп. Абсолютно не новый троп. Да. Мне, короче, интересно, как ты это закрутишь вообще. Но... Чтобы вы понимали, почему он так везет с разговором, у меня все персонажи тупые и выкидывают только единицы. 6 единиц подряд, если честно. Че, серьезно? Да. Тебя точно не сломался ролл 20? Я не знаю, я уже пробую. Когда я просто роллю рандомно, все нормально. Но когда я роллю на проверку, это единица. Дай-ка мне до 20. Поэтому, да. Вам пиздец сегодня, я поздравляю. Я роллы сломали. Сейчас, секунду вернусь. Не, типа... Если они у тебя сегодня плохие, это значит, что когда начнется файт,
они внезапно станут очень хорошими. Ну, я так работаю. Я сказал, пойти сюда. Сорян, я не подготовлен. Ну, а, не, нормально. Я не успел. Нормально, я тебе устрою файт. Левел, что, ты собираешься, устроить маскар? Тебе надо, блядь. Еще не вечер, еще целый архив, который можно сжечь. Гриди, мы не знаем, что произойдет через 20 минут, я имею в виду. Устроить восстание. Ничего быстренько делать боевые карты, да? Я не готов. Хороший ДМ должен быть готов ко всему. Нет. Нет, блять, нет. Так странно играть не за гачимучи персонажа. Так странно играть за персонажа, который экшли нихуя, блять, не понимает. Мне осталось только варвара сделать. Ну, а кто, кто мешает спекнуться классу? Да, мультикласс. Это очень... Нет, для кассы это будет очень странный мультикласс. Что я пропустил? Это шизофрения или нет? О чем? Что произошло? Кассу варвара мультиклассируется. Не, ну это мем, конечно, но... Мем. Ну, типа, из его предыстории это actually в том числе одна из вещей, которая kinda может произойти. Не, и, на самом деле, я хочу в какой-то момент сделать такого... Кого-то типа зверя из Людей Икс, типа такой интеллектуальный варвар. С очочками. Прикольно, прикольно. Да, блин, сложно. А если дать ему электропушку, то это будет Винстон из Overwatch. Да-да-да, я тоже хотел про Винстона пошутить. Варвар-изобретатель, это, конечно, было бы. Да, варвар-изобретатель, конечно. Я на большими руками делает маленькую. Относительно легитимно. Потому что ты в ярости не можешь концентрироваться, но как бы тебе никто не мешает всякие эти обилки использовать. Ну да. Во, он, короче, у тебя будет часовщик-делитель. Будет... своими огромными руками. Такие там маленькие пинцетики держат. Да-да-да, маленькие пинцетики делает часики, короче, знаешь, ему это очень нравится. И если кто-то ему мешает, он в ярость, блядь, впадает, переворачивает стол там. Погоди, ты сейчас описываешь, как Бодвар это самое, цепочку разбирал. И делал себе эти... А, не цепочку разбирал, а из монеток себе пыль делал. Ну, просто пиздил сильно. Не, мне же Канги сделал инструменты. А, да, точно. Я забыл уже. Ща, мне нужно вас на корабле будет покатать. Я, кстати, абсолютно упустил. С каких пор Батлсмит может использовать интеллект вместо силы или ловкости? Эк, стоп, что? Что? Ну, типа... Бронник, в смысле, не бронник, а артифисер, ну, боевой кузнец. Ну, типа, Эш, короче. Ну да. Ну, Эш и так сила 19, как минимум. Блин, можно, по такому поводу я сказал бы, что Эша можно, ну, дать Ричи, если она хочет реролить Эша немножко. Да не, у него это все хорошо. Ну, плюс-минус. В плане, если она вдруг хочет, чтобы он действительно физически был не очень сильным, но очень... Скажем так, мне нет смысла быть не физически сильным, потому что, ну, я уже как-то так билд сделала, что я, ну, мне надо бить молоточком. Да, так ты и так бы била молоточком, ты бы просто интеллект вместо силы использовал. Ты бы умно била молоточком. Била разумом. Не, ну сейчас это уже... Не, это так это... Стоит такая... На тот момент... Большой голем. Так, блин, как к нему подступиться? Это Рич подходит так молоточком, тюк, и он рассыпается. Да-да-да. Это ты литерали описал готику. Это то, как там работают големы. А так вообще, типа, варвар Батлсмит или варвар Бронник. В целом вариант, полагаю. Варвар-алхимик, это, конечно, мем, но алхимик это в целом дебильный класс. Да, ладно, нормально. Не, если к нему хорошо подступаться, там помощь ДМа просто очень сильно нужна. Ну, короче, берешь, делаешь Джекила и Хайда.
Ну, мы вот... А, кстати, блин, это охуенно. Типа, это просто варвар-алхимик. Это actually классно. Так, ладно, я, в принципе, восстановился относительно. Ты там бахнул, что ли, за кадром? Я бахнул, да. А что, мне еще и бахнуть всех нельзя за кадром, да? Я тоже хочу. Блядь. Я... У меня вот холодос рядышком, мне удобно. Ах, блин. Ничего, в 4 приедем. У меня такие жизни дают. Приезжай. Ты понимаешь, что у меня почти есть холодос, и он занят. Такие жизненные фразы в чате, просто пиздец. Сегодня в магазине был, увидел цену простых трусов, задумался. Блин, каждый раз, если честно. А что думать, набедренная повязка, короче, практичная, удобная? Да уже, честно говоря. Да, как эти, как его, как портянки, но для нижней части тела. На самом деле взаимозаменяемая фигня. Ёб твою мать, Делай. Если надо куда-то идти ногами, да? Ладно, возвращаясь к ДНД. Да. Кас так у Леонора поинтересуется. Госпожа Леонора, и каков наш план? Мы действительно пойдем допрашивать этого беднягу? Именно так. А как вы считаете, мы могли бы каким-то образом... хотя бы вывести его на свежий воздух. Может быть, здесь на стене есть место, он же все равно никуда оттуда не убежит. Мы посмотрим, что... на что представится возможность. Хорошо. Просто не здорово это. Даже если он совершил какие-то ужасные вещи, держать человека так долго в заперти. Я знаю, я был там. И не дать ему даже возможности попрощаться ни с родными, ни с близкими. Это ужасно. Так, значит, архив завтра, сегодня ваши тиранистические дела, да? Абсолютно. Я свободен в таком случае? Веселись, постарайся не обидеться. Может быть, возьмете Кёс с собой, он довольно внушительный? Нет. Нам хватит внушительности на одного человека. Да, и вроде бы Леонора говорила, что она не упоминала, ну, что с ними будет еще кто-то, кроме меня. Будет странно, если мы пойдем в большем количестве, чем мы говорили. И вы с мистером Кё такие хорошие друзья, будет обидно разлучать вас. Я пытаюсь понять, Кас сейчас троллит или серьезно. Это сарказм или нет? Кинь проницательность. Как мило с твоей стороны. Кас предельно серьезен. Ты даже не уверен, что он может троллить. В принципе. Ладно, в таком случае... мне ничего не остается, как учить... ну, знаете, дополнительные языки. Мне тут попалась книга, она удивительно складно зашифрована, написана, поэтому, пожалуй, это... начну ее расшифровкой. Это которая на мотоцикле? Да. Это ёбаная книга. Не, был бы вообще топ-кек, если бы там был что-нибудь типа под защиту любви. Ой. Следующая. На новом языке, помню. Что, мы возвращаемся обратно? К... уже с Хенной?
Да, пожалуй. Вас пропускают, на Хьюну, конечно, так смотрят. Стражники подозрительно, но приказали пропускать, пропускали. Я максимально вообще непроницаемый вид сделаю, как будто все так и надо. А, понятно. Лицо кирпичом, я понимаю. Лицо кирпичом абсолютно. Попросим кого-нибудь проводить нас к его камере. Нас кто-то вообще типа встречает с мыслью о том, что мы тут делать, ну, пришли делать? Я думаю, да, вас встретит один из стражников, что в поиске допрашивает пленника. Именно так. А то где он сейчас находится? В тюрьме. Внизу. Очевидно. Возможно, я задаваюсь. Возможно, было бы удобнее допрашивать его в месте, где больше света. Не уверена, что ваши подземелья хорошо освещаются. У нас есть факелы, но мы... Мне нужно будет после этого с капитаном. Я не могу сам вести. Я не могу. Что же? Я был приказ привести вас и буду. Хорошо, начнем с этого. Дальше. Только посмотрим. Вам нужно будет оставить оружие здесь, когда вы подходите. Не, ну типа... Окей. Я повешу свой топор крюком просто на ближайшую полку у входа в казематы. Каз достанет из своего рюкзака перочинный ножичек и аккуратно положит его на стульчик. Я оставлю свою... Глефу? Глефу, да. Или что у тебя там, Эльмарда? Да, недалеко. Это оружие Леонора. Может, там есть стойка какая-нибудь для оружия или что-то такое? Я думаю, не дам есть. Ну, а все больше оружия мне нет в целом. Вас пропускают вниз, вы идете по коридору, освещенному факелу. От того, где было камеру. Он здесь, вы все вместе будете заходить или? Насколько вообще... Какая здесь вообще обстановка? Узкий коридор, полутемный и несколько камер, и стражники палят прямо за спиной или... Да, то есть несколько стражников в коридоре стоит. Коридор, ну, не то чтобы прям узкий, он банный. Mm-hmm. Ну, вы гачемены нормально здесь проходите без того, чтобы банный. Два человека разойтись могут, короче, да? Я думаю, даже типа 3 и 4. Mm-hmm. Он нормальный. Не узенький. Камера, ну, в принципе, тоже не каменный мешок, условно, будет. Окей. Сам пленник как выглядит? Сидит на полу. А. Такой, ну, довольно худой, с прям такими седыми волосами. Он выглядит не настолько старым, но волосы у него полностью не седые. Окей. Он выглядит раненым, избитым. Ну, он явно выглядит не первый, скажем, достоинство, но не прям какие-то жестокие явления. То есть его явно
какой-то побили, но не настолько. Ну, в белой рубашке. Мебель тут чё? Практически никакой? Кровать. Окей. Есть. Здесь есть в коридоре какой-нибудь, я не знаю, стул? Мне впадло стоять перед ним. Я думаю, если попросишь стражником, принесет там стулья. Дальше три. Окей. Я начну и поясню вообще ситуацию. Он после этого вы продолжите. Да. Нет, я говорю остальным. Окей. Я захожу, ставлю стул не так далеко, в принципе, от него. Он тебя так посмотрит. Здравствуй. Изучающий. День добрый. Так с усмешкой это произнес. Кас садит, встает на одно колено рядом с пленником. А, ты... Окей, ладно. Я... Или... Ты хотел вообще один зайти, или... Нет, а, пока да. Типа я а, да, окей, хорошо, хорошо, ладно. Мне ему пояснить ситуацию, а дальше... Хорошо, хорошо, спустим. не вопрос, хорошо. Да. Скажем так, пока я с ним начинаю разговаривать, я внимательно слежу за его... какими-то реакциями и, в общем, духом. Ну, смотри, я тебе вначале опишу его до конца. Да. Худой. Такой прям... Я бы даже сказал, немножко болезненный, как худой был такой. Да, ты вроде сказал тоже. Тело явно под рубашкой видно, покрыто прям кучей каких-то татуировок. Один глаз такой желтый, а второй прям светится синим. Особенно в темноте это вот заметно. Ну, в камере не очень светло, если без факела, то можете даже не так думать. Если без факела, то прям за ним. Сейчас я запишу это. Россия не светится, окей. Я могу предположить, что это, может значить? Какие магии. Не уверен, что из-за того что-то выйдет, но хей, давай попробуем. Аркана. О, окей. Ты, наверное, можешь понять, что это... влияние какого-то, причем сильно магического предмета. Долгое время. А. То есть долгое использование какого-то магического. Окей. Ты про что-то такое во мне когда почитал? Допустим. Так, я к нему присматриваюсь. Давай я... Я говорю не слишком громко, но... Не слишком громко, относительно спокойно, смотря на него без излишнего какого-то интереса или вдохновения, просто функционально. Он тебя довольно изучающий, смотри.
Давай я расскажу тебе, как... Я бы хотела, чтобы в дальнейшем этот вечер прошел. Мы с моими спутниками прибыли сюда по своим делам и... Прежде чем что-то дальнейшее случится, у нас есть несколько интересных вопросов. Особенно у моей спутницы. Мы полагаем, что у тебя на некоторые из них могут быть ответы. А насколько нас слышат стражи прямо сейчас? То есть, если я внутри и говорю не слишком громко, насколько... Я думаю, стоит тут входом, он не то чтобы прям может остаться внутри камеры. Камера не слишком маленькая, что опасно. Ну да, да. Чтобы не могли... То есть, насколько... Я просто думаю, что если я... Могу ли я говорить так, чтобы, ну, рандомные стражники не слышали все подряд? Я думаю, в принципе, мол, ну, если ты не будешь орать, ну, в принципе. Ну, да-да-да. Типа, ну, обычный говорю... такой негромкий разговор, не то чтобы слышать снаружи сильно. Угу. Я говорю ровно, в меру тихо, чтобы он меня четко слышал, но чтобы у входа меня было не так... Ну, я понял. Это. Местные стражи считают, что мы здесь для того, чтобы забрать у себя жизнь. Мы здесь для того, чтобы забрать у себя информацию. Что будет с твоей жизнью? Лично меня не столь сильно волнует, но, возможно, будет решаться чуть позже. Я знаю, что мы знаем, что ты был одним из тех, кто организовывал местных пленников. Я... Не считаю это самым умным и элегантным решением, но я понимаю вашу мотивацию. И мы ищем одного из вас, не кого-то важного, но ищем. Сейчас я впущу сюда своих спутников, и они, у них больше заинтересованности в данном вопросе, и они могут их тебе задать, но пусть те, кто живут в этом месте, продолжают думать о нас, как и палачах. Я понятно говорю? Смогла меня заинтересовать, девочка. Задавай свои вопросы. Нам продолжать тебя так ухмыляться. Я... Спокойно поднимаюсь, выхожу к Касо Хеню, киваю. Он готов говорить с нами, по крайней мере, отчасти. Я предпочту ваше вмешательство. Чтобы он говорил правду, и чтобы он
дал нам знать то, что нам нужно. Наверное, я позволю им пройти внутрь. Сама пока... Так. Стану, скрестив руки у входа, просто буду наблюдать. И за ними, и за стражей, и за всем происходящим. Окей, тогда мы заходим. Да, заходим в эту. Как раз очень внимательно на тебя смотрит. Я присматриваюсь к нему. Я встаю рядом с ним на одно колено и начинаю осматривать его. Типа на предмет избиений, на предмет его физического состояния. Замечу ли я, что он условно голоден, что его держат здесь без еды или еще что-то такое? Ты можешь видеть, что как бы каких-то сильных ран у него нет, может там синяки условно царапины, не более. И он истощен, но ты, наверное, можешь. Хотя кинь медицину. Угу. Где она? А вот. Окей. Сперва у вас, я понял. Ты явно можешь понять, что истощение не связано ни с питанием, ни с содержанием. То это явно фон боли. То есть он явно выглядит прям... Могу я понять, это болезнь магического свойства или что всего это? Всего скорее да. Ты понимаешь, что всего скорее да. Опять же, я вижу его этот синий глаз и так далее. Да. Но конкретно ты, наверное, не скажешь. Понятно. Ты все-таки не профессиональный врач, словно. Да и вообще мало даже кто-то. Здравствуйте, меня зовут Касс. Мы пришли узнать некоторые вещи для моей спутницы. И хотелось бы чем-то помочь. Он ухмыляется и показывает тебе на руки стандала. Типа, помоги. Костил умоляюще смотрит на Хену. Я, пожалуй, тоже присяду перед ним на одно колено, чтобы наши глаза были... Ты на все на коленях сидят. То есть ты не забрал? Я освободил стул для Хена. Вам три стула принес стражник, потому что... Мне надо было ближе. Один из них я... Лео внесла внутрь, и там его, в принципе, оставил, когда выходил. Ладно, блин, теперь это тупо, что там стул стоит. Но он сидит на полу, типа. А, да. Я напоминаю, что мы все еще играем здесь палачей. Ну да. Вы об этом знаете. Да, это тоже правда на самом деле. Ладно, я присяду на стул. Что же за вопрос у вас? Да. Это я. Меня зовут Хена, и я узнала, что вы знаете, где искать одного человека, который мне очень важен. Вы знаете Арчиху? Ей где-то лет 10 сейчас должно быть. Она чем-то похожа на меня и разговаривает с чем-то
невидимым. А если я что-то знаю, то что? Было бы очень... Было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы могли мне рассказать. Она моя дочь, я... Нас разделила. Я хочу ее найти. Даже если так, вы правда думаете, что я буду сдавать кого-то из своих абсолютно незнакомым людям, которые каким-то образом, как вы говорите, под видом палачей или являющимися палачами, я не знаю. Проникли эту тюрьму. Вы не думаете, что я такой же идиот, как местные стражники? Что если я... Что если эта информация останется между нами? Я не принадлежу никаким... Палачам и не палачам. Отчасти я путешествую по своим целям. Я лишь помогаю подруге. Кас, может быть, ты пока выйдешь? Ну, хорошо. Позови, если нужна будет помощь. Я киваю. Кас выходит. Это все еще твои слова, но что стоит за этими словами, мне неизвестно. Говоришь ли ты правду, говоришь ли ты. Чем я могу доказать вам свои намерения? И не нужно ничего доказывать. И вообще, такие разговоры я не привык вести клетки. Так что... Хотите сказать, что если я хочу узнать то, что мне нужно от вас узнать, и я должна помочь вам отсюда выбраться? Умная женщина. Знаете, отвык разговаривать с кем-то умным. В целом есть здесь. Хена так хмурится и задумывается. На самом деле у нее на лице написана такая внутренняя борьба в какой-то мере. Потому что она... Это сложный выбор. Она пообещала Леоноре не устраивать революцию, не втягивать всех в неприятности, но при этом как бы нужно что-то делать. Время, возможно, на исходе. Она так... Я тебя не прошу, но сама понимаешь, если бы так сказали... Не настоящие палачи, стало приятно и настоящие палачи. Тогда я не думаю, что наш разговор состоится когда-нибудь. Или, может быть, мы еще встретимся, ну, знаю, вместе, например. Да, я в курсе рисков и обстоятельств, и... Время действительно поджимает. Но, господин Шагрет, если... Мне нужно обсудить это, боюсь. Можете дать нам минуту? Можете дать столько времени, сколько нужно. Скажем так, я
Я знаю, что мои палащи прибудут сюда не так скоро. Я киваю, и вообще, на самом деле, когда я буду уходить, и я хочу... Я не знаю, я хочу попробовать посмотреть на него своим паладинским зрением. Вдруг я что-нибудь увижу. Подожди, дай мне прочитать, что твое паладинское зрение показывает. Я не помню, показывает исчадие небожителей. Нет. Я увижу какую-нибудь энергетику или что-то такое. Если это чисто магия, то, ну, велп. Наверное, это все-таки просто какая-то магия. Ну, по крайней мере, точно не чистые исчадия. Может быть, что-то, так знаешь, типа, небольшой оттенок, не захотел, не прям совсем еще. Какая-то, естественно. Больше всего. Пока они... Подожди. Можешь еще мне... дать я кое-что хочу еще спросить его, прежде чем вот эту. Я на самом деле, посмотрев на него, хочу спросить. Господин Шаррет, а что это с вами? Это долгая история. И как я встал, что такие разговоры я не люблю вести в клетке. Окей, я хмыкаю и иду к своим. Пока Фиана с ним разговаривает, я жестикулирую в сторону Касса. Mm-hmm. Насколько ты уверен в своих... в своем влиянии на умы? У меня осталась одна попытка на сегодня. Уверен. Мне кажется, ты уже восстановил уже прошлое. У нас же вроде был отдых, нет? У нас был отдых короткий или нет? Короткий, мы пока отпустили во всяких тавернах, пока чего. У нас сто раз было короткий. Окей, хорошо. Хорошо. Сорян, мальца забыл, как играть за Варлок. Окей, тогда... Так, а лечище света у меня когда восстанавливается? Продолжительный отдых, окей. Тогда он скажет, что я могу попробовать даже несколько раз, пару раз, может быть. Думаете, это хорошая идея? Он и так под каким-то магическим влиянием. Смотрю внутрь в клетку на них. Насколько ты уверен в своих силах? Ты можешь сделать его чуть дружелюбнее или вытянуть из него то, что нужно? Если у меня получится, я смогу узнать от него все, что нам будет необходимо. Но только если у меня получится. Если его сознание не будет сопротивляться. По крайней мере, он не бросается на нас с ножом, что сделает это чуть проще. Блин, в тюрьме у него нож был еще. Ну, или с кулаками, с чем-то еще. Он не враждебен, имеется в виду. Мне кажется, это могло бы сократить время нашего пребывания в этом городе, которое мы тратим на эти игры. Мне просто кажется, что он попал в беду. И оставлять его здесь — это плохое решение. Но, как скажете. Перевожу взгляд на, скорее всего, выходящую Хена. Угу. Поднимая бровь вопросительно. Я, наверное, расскажу, что, ну, так и так я немного узнала, и кажется, он намекает на то, что, ну,
Что мы должны организовать его спасение отсюда. А иначе он ничего не скажет. Если мы не будем на него воздействовать. Это стоит, вариант. Да, стоит попробовать, прежде чем устраивать слишком большие проблемы. Хорошо, я попробую. Случае... Знаю. Я попробую. Я надеюсь только на то, что вы отнесетесь с пониманием к его проблеме, если таковая будет. Мне кажется, что он не такой плохой человек, каким пытается казаться. Возможно. Вы пойдете со мной или мне пойти одному? Я могу пойти с тобой. Хорошо, так будет лучше. А мы заходим обратно, теперь Касс садится на стул. Так, мистер Шаграт, я прав? Серьезно? Я при осмотре вас обратил внимание на то, что вы как будто бы истощены. И вы не недоедаете при этом. Скорее всего, это вызвано каким-то магическим воздействием. Я думаю, что вы попали под какое-то дурное влияние. Мне кажется, что вы на самом деле хороший человек и на самом деле хотите нам помочь. А в ответ, возможно, мы могли бы помочь вам. В конечном счете, это в некотором роде и в ваших интересах тоже. Поэтому будьте так любезны, ответьте мне и моим спутникам на те вопросы, которые они задают максимально честно, если вас не затруднит. Очарование личности второго левела. Сколько? 14. Это открыто. Это мудрость, да? Да. Открыто. Так. Нет, Ридин хорош. Типа, Касс чувствует, что бьется заклинание впустую. Мистер Шаграт, вы сопротивляетесь. Это... Твои фокусы. Во-первых, я не говорил, что мне нужна помощь с ними стать. По крайней мере, с физической. Во-вторых, я сказал, что готов поговорить на любые темы. Не здесь. Если вам нужно время на раздумье, я сказал, что он у вас есть. Но... Это... Время все еще ограничено. Гриди, такой вопрос. Да? Я знаю, что я, конечно, не паладин. Но... Из-за моей предыстории, чувствую ли я, что с ним, блядь, что-то не так? В плане моей предыстории, скажем так. В плане того, с чем мне приходилось сталкиваться. Звучит ли это похоже? А если ты, типа, говоришь, что, типа, одержимый, нет, нет. То есть он просто выглядит как сложный хуй? Он сложный, да, такой хуй. Ничего, это все еще два слота. Такой, простите, мистер Шаграт, но я все-таки попытаюсь еще раз. Я потрачу еще один слот, да. Еще раз. Блин, жалко, я не могу ничего даже накинуть. У вас слишком короткая. Я могу? Гризя. Гризя. Я за этим наблюдаю со входа, я вижу, что он сопротивляется, я потрачу свое вдохновение, чтобы он прибросил. Ну, давай. Окей. Ог. Он ваш. Я чувствую, что контакт установлен. Да.
у него немножко так меняется взгляд на такой менее осознанный. И все же, мистер Шаград, скажите, пожалуйста, что же с вами произошло, чтобы мы могли помочь вам? Как так получилось, что у вас так светятся глаза? Как так получилось, что вы оказались здесь? Что вы вообще занялись такой деятельностью? Скажем так, у меня была одна игрушка, которую я много золота приобрел. А у нее была своя цена. Эта цена. С этим ты мне никак не поможешь, мальчик. Я все же хочу попытаться. Это воздействие на меня обратимо. Оно не такое страшное, как ты думаешь. Я не умираю прямо сейчас, если ты думаешь обратно. Это просто немного ослабляет меня. Не более. А насчет того, как я к этому пришел. У меня была сила, были возможности. Я не хотел больше видеть, как моих сородичей держат в клетках, как было. Что их продают, покупают. И я решил что-то поменять. И я с вами полностью солидарен в данном вопросе. Мне самому это претит. Хенна, ты хотела что-то спросить? Плохие слова. Да, я спроси у него, где... Сейчас, секунду. Спроси у него, где я могу найти Атру. Где моя спутница может найти Атру? Сколько я знаю, она была в лагере. В лагере, в том, что на юге отсюда? На восток. На восток. На лагере. Восточнее. В лесах. Восточнее чего еще раз? Восточнее Ласкаина. Блин, Гриди, твоя... Восточнее Ласкаина. А, Ласкаина, окей, хорошо. Она собиралась в путь на юг с отрядом. Я, честно, не знаю всех ее причин. Она особенная девочка. Она знает больше, чем... Наверное, она всегда была немного не такой, как мы. Была ее... Меня взяли в плен раньше, чем она ушла, поэтому я точно не знаю конкретной цели. Может быть, она еще там. Хена так пытается скрыть свое напряжение и облегчение, пожалуй. Почему вы сказали, что отряд палачей, который... идет за вами, задержится. Вы были в этом абсолютно уверены. У меня есть... Да, некоторые вещи я тоже просто знаю. Это сложно писать. Я просто уверен. Можно сказать, что я в некотором роде особенный. Что это за магический артефакт, которым вы пользовались, который дал вам способности? Он явно, наверное, с неохотой в этом говорит. Это...
кольцо. Оно... Честно говоря, я не уверен, что я знаю все, что оно делает, но... Благодаря нему я явно был более умел в магии, чем без него. И где же оно сейчас? Страшно. Все мои вещи умеют. Что-нибудь еще, Хенна? Лео? Я задумываюсь на самом деле. Нет, я... Пожалуй, ничего. Я, кажется, понимаю, куда нужно идти. Благодарю вас, господин Шаград. Мы посмотрим, что мы сможем сделать. Да. Мы обязательно посмотрим. Вам лучше не задерживаться в городе. Почему? А ты не сам мальчик. Как я сказал, палачи придут. Пусть и не совсем скоро, но они придут. И они узнают, что мы... Да. Закончится. Касс встает резко выходит. Я вхожу на секунду за ними, видя, что они вроде пришли к каунт консенсуса. Еще один вопрос. Да? Мне интересно, если уж от нас те люди, за которых нас принимают, почему они могут интересоваться вами? Почему вас не отдали первому попавшемуся палачу здесь? Наверное, потому что я знаю, где наш лагерь. Допустим. И мне интересно, как я все проверю. Наверное. Что ж. Полагаю, мы здесь закончили. Чего? Я могу снимать влияние. Давай мы выйдем. Да, хотя... пошли нам. Наверное, ты можешь снять влияние, пока я на секунду еще задержусь за ним. Хорошо. Я прерываю связь. Мотает голову. Я надеюсь, наши разговоры останутся в пределах этого вечера. Так, если я расскажу о вас, мою голову из лейбен спасет. Знаете, если вы... Что ж... Казнь, то персонально не нравится. Я рада, что... Мы все это понимаем. Киваю, я тоже выхожу. Он говорил про... Киваю стражам, которые нас ждут. На сегодня точно все. Мы получили от пленника... Большую часть того, что хотели. Что дальше с ним делать? Мы решим это... Казнь? Мы решим это с утра. И... Хорошо, я передам капитану. Отлично. Госпожа Леонора, расскажите, пожалуйста, есть ли у нас такая... возможность, может быть, осмотреть или позаимствовать на время вещи, которые принадлежали Шаград.
Он говорил про кольцо, и мне кажется, что это очень, очень злая штука. Верно, это может быть... Я так, может быть, ниже наклонюсь к Кассу и Леоноре и очень-очень тихо скажу, что если это один из этих артефактов? Можем попросить осмотреть эти вещи под предлогом, ну... Пусть... На это можно спустить профессора. Я уже назвала его как специалиста и книжника. Пусть сам это изучает. Ну, мастер Секлидиус наверняка разберется, что это такое. Так или иначе, мы можем это обустроить завтра. Он сказал, что у нас очень мало времени. Так или иначе, мы останемся здесь еще как минимум сутки, потому что профессор желает посетить местный архив. Я разделяю его интерес. Мне кажется, я измотан после дороги и именно применение своих способностей. Стоит отдохнуть. Это было бы неплохо. Да, так что пойдем, наверное, пойдем на выход. Мы отправимся на выход. Угу. Встретиться с остальными. Касс немножко задержится, когда они только-только выйдут из, ну, на улицу. И просто поднимет взгляд к небу и какое-то время просто постоит и подышит. Потом мотнет головой и пойдет дальше. Окей. У нас есть чем сегодня еще можно заняться? В смысле... Сегодня, играл сегодня. На этой игре. Ну, в принципе, почти все, что у меня было. А что на карте происходит? А, мне нравится тыкать на красную точку. Держи! На красную кнопку? Да, мне ядерный чемоданчик лучше не давай. Кнопка самоуничтожения. Упс. Это как это начало постала 3, что ли, не помню там. Не нажимать на эту кнопку, ни в коем случае, блять, не нажимать на эту кнопку. Нажал на кнопку. Естественно. Да, Галочка, если ты играл в Postal 3. Да, и я, блядь, не горжусь этим. Надо признать. Это правильно. А так, в принципе, ну, как бы у меня есть... у меня, скажем так, не готов весь следующий день. У меня, может, сначала так следующего дня тут что-то. Ну давайте я отложим тогда, что. Ну я думаю, да. Это, для начала я Скридиуса спать, запирает дверь на засов, на гвозди, на сигналку. Ты с ним в комнате живешь. Я знаю. Да, ты с ним в комнате живешь. Я знаю. И потом выходит из таверны отдышаться и обнаруживает, что Скридиус сбежал через окно. Нет, что Скридиус сбежал через окно. А, да. Окей, ладно. Это было не то, я и не подумал. So far, за все наши игры, которые мы когда-либо играли в Roll20, это было самое полезное вдохновение. Да, это было мега вдохновение. Блядь, да, серьезно, пиздец, сорик, ты вытащил. Я мне кажется, я спас нам примерно как минимум сессию времени. Как минимум, потенциально спас основание восстания. Ну, как вариант, спас квест Хены от провала. Да, и наш мейн-квест от провала. Yep. Да. Ты погоди, восстание все еще может случиться. Не, восстание может случиться, но мы хотя бы к этому не будем причастны, окей? Ха-ха! Погоди. Он как раз готовит, мне кажется, да? Он готовит свое восстание. Ну, узнаем, что из этого получится. Я не знаю, очень напряжённо что-то.
Я чувствую такой внутренний. Я абсолютно не верю, что вы его пробьете. Ну, да. Я не знаю, я сегодня даже подушил NPC. Не бесполезно. Я в целом рад. Это прекрасно, душить NPC. А говоришь, бесполезное, ничего не умею договариваться. Харизма говно. Не, ну харизма говно, это правда, да. Но... Да, какая разница, говно у тебя харизма или нет, если роляет все равно гриди. Ну да. Технически мы могли вообще без статов играть. Это на самом деле вот эти два ролла, это единственные нормальные роллы, типа, ну, типа, все, что я ролил от стражников, там, от всех этих, они просто, ну, типа, там, один, там, пять. Это бесполезно, типа, они не поняли, что вы летели, вообще, без вариантов, они вам верят все. Да мы сами себе верим. Мы сами в себя верим. Когда показываешь, как бы, бумаги, даже если это не совсем те бумаги, простым стражникам этого хватает. Ну да. И говоришь с ним серьезным голосом. Насчет статов я просто напомню, что в компании Ричи корабль наш умнее, чем мой персонаж. Не, у корабля, по идее, вообще нет ментальных статов. Да, по идее, у них вообще нет. Ну, написано десятка. Ну да, базовая. Не, ну у нас же есть тян, которая живет в корабле, так что 100% вещи. А, блин, ну да, у нас же есть бортовой компьютер. Блин, у вас есть этот, как его, как в One Piece, блин, как они называются? У нас есть Картана. У нас есть Картана, да? Не Картана, это Сузи. Ну, да, типа того. Ой. Типа, по лору One Piece у кораблей есть типа, домовые, как у этих самых. Это не лор One Piece, это, в принципе, типа... Это немного такая, да, тема чуть... Короче, она пляга, но вместо дерева у нее корабль. Я забыл, как она называется сейчас. Дух корабля. Как-то на L, по-моему. Клабау Терман. А, ну... Клабау Терман. Балтерман. Ну, L там была, так что я был прав. Да, да, да. Короче, да, что-то у нас сегодня получилось. От немецкого «клабастерн бить шуметь». Сложно. Предупреждает моряков об опасности и всем таком. И вообще считается, что встретить его — это плохая примета, потому что кораблю пизда после этого. Вот. Но по факту он на самом деле хочет их защитить таким образом. Не, ну технически после встречи в One Piece кораблю достало пизда. Да, действительно, но она пыталась, Мэри пыталась, типа, им помочь. Ну да. Ну, вообще есть еще пизда. Вообще, я, блин, был впечатлен. Не надо, я шпок, тебе точно не надо. Да, блин. Какая же грустная, сука, серия, пиздец. Хорошо. В One Piece, когда они это, Гуэн Мэри... Когда они корабль меняли. Когда они меняли корабль. А я распечатал актуальную пачку равенства и начал ее красить. Что? Распечатал актуальную пачку равенства и начал ее печатать. Ой, красить. О. Распечатал и напечатал еще. Актуально это в том плане, что я не собака. Ты не собака, сутулая. Не собака. У меня был соблазн напечатать собаку, но потом нет. Единственное, Вить, мне кажется, ты неправильно, типа, ну, размеры сделал. Потому что, мне кажется, вот... Ну, мой персонаж где-то в колено дышит. Колено, да, всем. Не, ну, в колено он всем, когда он собака, а так он, ну, где-то по плечу. Все еще колон. Так он все же может превращаться обратно в собаку у вас? Нет. Нет. Нет? Он все? Нет. Но он еще не пробовал, во-первых. По идее, не должен. Ну... Но полнолуния еще не было. Там небольшая штука с этим превращением, и я просто не хочу рисковать. А, понятно. Вообще-то, дикая магия? Нет, у меня проклятие должно было сняться в полнолуние. Оно снялось до полнолуния. И типа хрен его знает, что это вообще значит. Понятно, прикольно. Друид вроде там прям строгие давал. Лихо, закручено. Да, то есть у меня мужик ходит с ошейником. На шее, по городу. Мы же тебе знаем, что это чаще. И разговаривать с тиграми, да.
Не, я закинул на себя просто всю просто так не тебе. Не хотел его отдавать никогда. Короче, гридик, в следующей катке 20 файтов. Надо... 20 файтов? Да. Надо восстанавливать график. Где мои файты с одинаковыми челами? О, господи. 20 одинаковых. У меня есть босс готовый, конечно. Вертолет? Вот, нет, вот этот чел что-то мне подсказывает, что вот этот чел. А, нет. Где наши коридоры боли? В одну клетку. Только не опять. Он глайд. Та-та-та-та-та-та. У меня теперь есть пламя Аганазара, так что... О, хорошо. То есть ты сможешь попалить нам всем задницы? Да. Сколько она там? 30 футов, ну, можно. Короче, понятно, ты будешь эту ихрит косплеить. Мне нравится, да. Как я Фубуки дал посох с пламенем Аганазара, встроенным в этом в исходе. И специально потом расставлял мобов так, чтобы они под него не попадали. Ну, слушай, я... Слушать, как она матерится. Я в самом начале схода дал Фубуки артефакт концентрации. И на ней еще ни разу не висела концентрация. Хорошо. Ну да, она им мальца. Она в основном пользуется с этими самыми. Не, просто знаешь, типа. Она, не, погоди, на нее вешается, концентрация. С это. Вичболтом. Проблема в том, что в этом же, на этом же ходу обычно эту моба убивают. Потому что вичболт не используется на мобов, которые расходные, типа. Да, вичболт вообще не то, чтобы очень хороший справа, я бы сказал. Еще раз. Я дал вам вещь, которую вы до сих пор не используете. Все по ней хуй забили. Да? Какую? И о чем вообще? Какую? Вот видишь, я говорю, по ней все хуй забили, как бы. Какую ты нам так, вещь дал, алло? Дай-ка в инвентарь гляну. А, не у тебя в инвентаре. Точно? Ты про амулет, который я нашел. Его можно использовать? А никто не пробовал даже посмотреть на него, кинули в сумку, он валяется, типа, я не знаю. Не, подожди, медальончик, который? Который у Кена, да. А, вот. Который у Хены, не, у меня есть медальон еще. Он нормальный, он полезный. Не, его нельзя Хен использовать. А, типа, я нашла... Никто даже... Его кто... Его на нем все хер положили, как-то. Потому что технически я о нем вообще не знаю. А, ну вот. Грязи, я сейчас подумал, я типа забыл это проговорить, когда дело было. Я могу ретроактивно сказать, что я, когда душил... этого пленника, я с ним разговаривал на вручем. Ну окей, ладно. Просто для галочки. Наверное, он это оценил как-то. Он знает Орочи, ладно. Сейчас был бы прикольный редкод, если бы он Орочи экшели не знал. Весь разговор такой. Чё мне от меня надо? Просто скажи по-нормальному, господи. Будем честны, все интересное вы с ним общались. Так, насчет амулетов, такой топ-кек. Типа, в исходе один бог предложил нам пожелание. И я такой, блин, у меня там, короче, крыса, я хочу с ней пообщаться. Типа, хочу разговаривать с крысами. Окей, потом что-то... Не в исходе, а... В равенстве. Типа, хочу... Я такой, вы чё, в исходе, блядь, какой бог? Хочу разговаривать с крысами, короче. А потом заканчивается, короче, катка. Я такой захожу себе в инвентарь и вспоминаю, что у меня еще с прошлого сезона, в самом конце, я получил, сука, амулет разговора с животными. И он все это время лежал в инвентаре просто. Топ-кек. Ну, я еще причем такой, типа, когда ты говоришь это, я такой, точно? Да. Ты уверен? Подумай еще раз. С крысой, серьезно? Ну, типа, слушай, чувак, я бог, а могу там все-все, да, типа. С крысой. Ну, да. Я причем еще думал, типа, ну ты посмотрел, все посмотрели инвентарь перед тем, как начать. И типа, разговор со своей мышью, такой, ну ладно. Не, ну вывернуто все это дело прикольно, то есть, я окей с этой способностью, которую ты мне дал.
Весело, если бы ты мог разговаривать теперь только с крысами. Тебя разговаривают с крысой. Никто тебя не понимает просто. Теперь все, с кем ты общаешься, превращаются в крысу. Ну, как сказать? Там есть такая возможность. Да. И сам прикол, насколько я понял, мне не обязательно согласие того, кого я буду превращать в крысу. Да, тебе не обязательно согласие. Охуеть! Погоди, чё, ты можешь превращать людей в крыс? Да. До 4 человек. И общаться с ними. И общаться на сильванском диалекте цвета крысиного, да. А я какая-то, не знаю. Да не, по-моему, прикольно. Сложно. Это типа как знание всех языков, но не совсем. Ну, это все еще возможность пообщаться с кем угодно. Ну, не, это погоди, типа при точно? Этом. Там при этом написано согласных существ. По-моему, нет, по-моему, просто. Сейчас я посмотрю. Сейчас ДМ такой. О-оу. Это я. Время пофиксить. Да. Время статовать крыс. Стоп, что у нас? На нас Тараска идет. Теперь ты крыса. У него легендарное сопротивление. Да, у него должны быть все такие вещи. Да. Я смотрел всех World Ending боссов. И там, да, у них у всех есть как минимум одно легендарное сопротивление. Не, насколько я помню... Не то, что World Ending. Типа, у любого уважающего себя, как бы, мини-босса должны быть легендарные сопротивления. Тебя и трех согласных существ мышью на одну минуту, да. Ладно. Тем не менее, все еще превращаться в мышей полезно. Раз в неделю, по-моему. Да, раз в неделю. Ну. Никогда не знаешь, когда потребуется залезть в какую-нибудь щель. Издеваешься, что дать им типа превращаться в маленьких животных, которые могут пролезть везде. А, и кстати, мои статы при этом остаются интеллектуальные. Да, и это будет Рататуй. Буквально. Сиквел даже. Okay. А, еще и в домене этого бога я превращаюсь в мышку в шляпе и двумя скимитарами. Господи, какой кошмар. Вы что в шляпе? Буквально превращаетесь в тех мышей, в которыми вы были у Эйдена. Да. А что это вы? Я Погоди, на шкафу не подписывал. В домене какого бога? Эйдена. Эйдена. А. Я на это говно не подписывался, не надо так меня подписывать. Я не согласен. У тебя там вообще свидание. У меня с Эйденом своим. Свидание, да. Пока еще не начались, но... Ну да. Так, стоп, свидание? У Гридита? Не, ну Гридит там со всякими какими-то этими рандомными... А, ну да, он зазнобил какой-то. Да, Гриди подцепил Тян в ДНД. Ну надо же хоть где-то подцепить себе Тян. А Тян в ДНД. Не, ну скажи честно, ты... Потому что она в очках? Все потому что она в очках, да? Естественно, блядь! Не, ну я рада. Так, ладно, все, я пошел отдыхать, а то вы начали обсуждать кинки. Я абсолютно... Сейчас еще на гачи перейдем. Понимаю, что происходит. Так, все, эвакуи, срочно всем покинуть корабль. Все, ладно, давайте. Пока. Гриди, спасибо за игру, всем спасибо за игру. Пока. Алиса, белый свет. Так, ладно. Это было не так плохо, как я думал. Не, на самом деле, очень даже активненько прошло. Ну, я говорю, я надеялся подготовить больше, но... Но не подготовил. Ну, да, нормально. Я целую ночь просидел... охуевая от того, что у меня с компом, а следующую ночь я спал, потому что предыдущую не спал. Не, и в итоге у меня осталось ни хера времени при дальнейшем подготовке. Как бы понимаемое вообще. Так что да. Ой, слушайте, а время еще есть. Может быть, я сейчас всем напишу, и мы все-таки посмотрим Мэд Макса, блядь, сегодня. Первого? Второго. Это... Я не помню, первого как... они... Первого они смотрели. А, под куполом грома это третий же, да? Третий, да. Это когда их уже Дисней что ли купил, не помню. Да, я хрен его знает, кто его купил. Ну, ты типа говоришь самый унылый. Я хрен его знает. Так, надо сделать заметку. Так, вы захотите кольцо получить? Так, вы захотите... Что вы еще захотите? А, вот он. Да. Здорово.
Блин, надо как-то сказать про амулет вообще. Надо про него вспомнить, я считаю. Я уже не, я просто забил, я понимаю, что про него не вспомнить. Я решил его напомнить. Я помню о нем. Просто что, скажем так, я такая, ну ладно, отложу что-нибудь там про него, подумаю. У меня файлик с ним висит уже. Типа, я на него так поглядывал, как бы, блин, прикольный, такой, веселый. А потом был вот этот кусок, где мне приснился сон, связанный с этим амулетом. Я такая, ага, блин, надо, наверное, надо поговорить об этом с Эрин. О, а мы уезжаем. Поговорю по возвращению, но, наверное, да. Наверное, как-то надо опять притянуть это. Типа, я понимаю, что там какая-то божественная энергия или что-то такое, потому что я на него смотрела своим этим инфравизором, инфразрением, но... Хз, надо. Он байкнет, может, все. Платон, напиши в чатку смотреть Мэд Макса. Так, ща напишу. Пашу, готовы ли мы еще смотреть Мэд Макса? Ох. Нам, значит, вот так. Кольцо писал. Что еще? Какие-то сказки про корабли мне написаны. Так, подождите, а чего вы мне говорили про размер Брена? Я не понял нихуя. Ну что, я Брен, не... слишком большой, да, на фотке, мне кажется. У меня там рост что-то 1.78 м, что ли, а все остальные там 2 сантиметров, по-моему. Да. Поэтому нет, Ганон. Блять, я не знаю, я просто делал специально Брена пониже всех остальных. Еще ниже. Еще ниже! Еще ниже! Алиса, яркость 50. Не, ну краска канонично без рубашки. Квадратный. Квадратный. Я просто смотрю, наверное, квадратный. Не, ну... Мне пришлось Брена расквадратить, потому что иначе бы он пиписькой был бы. Вообще... Не, краска канонична без рубашки, но не канонична в штанах. Вообще-то... Кстати, да, нет. У меня до сих пор сложности, типа, штаны рисовать или нет? Нет. Рисовать. Ладно. Не, я помню, что жилетка и... Жилетка тоже. У меня Виланд недавно спрашивал насчет описания этой одежды краской, я ему описывал. Надо как-то это в публичное... Это, так сказать, публичное это пространство вывести. Надо, как вы выражаете, без этого сделать его без штанов на арте, а потом просто пейнтом вот так вот это грубо. Чистой кисточкой штаны нарисовать. Нарисовать прям на нем штаны, знаешь, нарисованные штаны. Ну, ой. Так, ну, до босса вы, наверное, на следующий карт не доберетесь. Чего ты взял? Сейчас включится Rush Mod. Теперь как возьмет, и... как выпрыгнет из окна головой вперед, как побежит к боссу. Да по запаху. Босс на пути в храм. Я не думаю, что вы на следующий кадр ходите. Вы даже не знаете, где он. Да, мы технически вообще пока не знаем. Не, ну, может быть, найдем, конечно. Ну, спасибо, что вы хоть у... Слушай, знаешь, на самом деле... Если у бедного пойти... деда хотя бы эту информацию не вытянули. Если пойти в любую сторону, то рано или поздно можно наткнуться на какой-нибудь храм. Не, это не Россия. Это не Россия. Потом мы не в России играем. Нет, 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 нет. Здесь не так много.
Да ладно, что-то прочитал в Москве помощи, еще что-то там десяток строится. Ну и так я говорю, не в России, типа, нет. А прикиньте, там через пару десятков лет каждому человеку будет индивидуальный храм. Поименно выдавать. То есть вот рождается... Я свой буду использовать как склад. Бля, вообще, вот да, он... хорошее место. Вообще, да, там жить можно, в принципе. Но ты прикинь, типа, это... Собственность, вся хуйня туда можно будет. Я... У меня, типа, рвотный рефлекс при виде православных храмов. Не, у меня тоже там вот это, там дым из глаз, типа, это, на латыни кричать начинаю. Типа, нет, ну... понимаешь, типа, мне они просто не нравятся, типа. Они настолько противны визуально, что я не могу прям. Не на латыни, а на староцерковном. На латыни. Вроде. Я не знаю. Я не начинаю кричать, мне просто кровь стоит в глаз течет. Вот. Так. Так, ну я думаю, стрим можно. Отличный момент остановить стрим. Да не, мне кажется, как всегда начался пиздёж ни о чём.